Австрии, в городе Сант-Валентин, точнее говоря, это не город, а деревня. И вот это вот наша компания Пираква, вот как раз мы находимся сейчас в офисе, в главном офисе Пираквы. И я вам расскажу, конечно, сегодня о том, как мы находимся вместе, Прахер и Пираква, как мы друг к другу относимся, кто мы такие, что мы делаем, какие основные наши продукты и какие наши стороны, сильные стороны. Вот, так что вот в течение часа, наверное, вы все об этом узнаете. И о продукции, конечно. Так, хорошо. Ну, у нас, я думаю, уже практически все присоединились. Сейчас еще приходит письмо. Я еще сделаю сейчас небольшую рассылку, чтобы присоединялись к нам тоже. И я думаю, что потихоньку можно начинать, потому что вначале же, наверное, будет история компании. Конечно, конечно. Ну, давайте мы потихонечку начнем. Я уже тогда действительно возьму презентацию. Мы ее откроем. Сейчас я с вами поделюсь ей. Итак, кто же такие Пираква? Кто такие Пираква, кто такие Прахер? Изначально история была такова. Начнем вот с этого. С 1971 года, это буквально практически еще один годок, и нам будет 50 лет, мы начали производство оборудования из пластика. А точнее, начал дедушка Прахер, компания называется Прахер, и дедушка называется у нас Прахер, начал в своем подвале. То есть он изначально начинал шаровые экраны пилить, вот как это у нас обычно бывает, да, все на руках, там на коленях шьют, и вот так же он это делал 50 лет назад, видите, то есть все тут то же самое было, как и у нас в наших странах. И 50 лет назад он начал делать шаровый кран и вентили обратной промывки. Соответственно, мы росли, мы развивались. На данный момент в Прахер Групп около 350 человек работает. И с 2004 года произошло такое разделение. То есть у нас несколько отделов. Первый отдел – это Прахер Пластик, занимается индустрией. То есть и это только арматура для водоподготовки, арматура для химических промышленностей, для нефтяных промышленностей, для более, скажем, более жестких сред. А с 2004 года следующий отдел сделали, это мы, Пираква. Пираква – это дочерняя компания Прахер, но мы занимаемся исключительно бассейнами. Также третье отделение, которое у нас есть, это отделение ОЭМ, это проектное отделение. То есть если вы, например, пришли на наш завод с какой-то идеей, что вам нужно сделать оборудование из пластика, мы для вас подберем и сделаем все от А до Я. То есть инженеры сделают чертежи, инженеры сделают пресс-формы, все пресс-формы мы изготавливаем сами. У нас на нашем складе пресс-форм ориентировочно 50 тысяч разных пресс-форм. Вы знаете, что пресс-формы – это одна из наиболее важных частей для производства хорошего качественного продукта. Вот, и из таких трех, как бы, получается, суб-отделов состоит наша Пираква Групп. А наш завод находится в Швердберге. Швердберг – это буквально от нашего места, где я сейчас нахожусь, 20 минут езды. На заводе работает около 250 человек. Мы производим продукцию, работаем на машинах компании «Энгель». Это тоже австрийская компания, очень известная. А также у нас есть завод в Канаде, который работает на «Прахер Канаду и Америку», так как у них совершенно другие размеры и measurements, да, вот эти вот соли или как-то там у нас в сантиметрах, у них по-другому. Вот, вот так вот вкратце, как бы вот мы, соответственно говоря, развиваемся. Изначально, как я уже говорила, что мы производили продукцию только шаровые краны, вентили обратной промывки, потом мы начали производить щетки. Сейчас я вам как раз покажу вот наши бренды, да, мы начали производить щетки, закладные, донные сливы, аквастары, то есть уже вентили обратной промывки, который был ручной какие-то 20-30 лет, он уже стал автоматическим, вот, и в 2010 году мы купили компанию голландскую, которая называлась ИБГ, которая производила фитинги,
трубы, мы ее купили и перенесли производство сюда, в Австрию. То есть это, вот, скажем так, грубо наша продукция. Но так как мы развиваемся, и так как Европа это требует, мы не можем, к сожалению, ограничить только на нашей продукции наш бизнес. Поэтому было принято решение сделать ассортимент трейдинговых продуктов, то есть продукцию, которую мы закупаем где-то, да, под нашей трейдмаркой ее делают, так же, как, например, тепловые насосы нам делают в Китае под нашей маркой Пираква, и мы, соответственно, их продаем. А также есть продукция, которая joint venture, так называемый, да, совместное предприятие. Например, немецкая компания УВЕ, которую вы наверняка знаете, да, высококачественных противотоков. Мы отливаем для них все ниши, мы отливаем для них все головы из пластика, а они уже оснащают, соответственно, так, как это им удобно. Вернемся немножко обратно. Вот как раз это наша Prager Group, да, о которой я говорила. Слева вы видите Prager Plastic Canada, наш завод. Prager Plastic в Германии у нас и в Чехии два огромных офиса. Сейчас вот это вот уберем, чтобы видно. Офисы и логистические центры. И вот как раз Prager наш Сан-Валентин, вот где последний, где я, собственно говоря, сейчас и нахожусь. Так, мы идем дальше. Чем известна компания Prager Пираква? Во-первых, это быстрая логистика. В основном здании на заводе у нас, вот тут вот как раз я буду вам показывать, это фото нашего главного склада, на который мы работаем всю зиму. То есть на складе он полностью автоматизированный. Вот ребята, которые ко мне приезжают в гости, они все время очень восхищаются этой системой, потому что туда людей нельзя как бы вообще поставить. То есть там работают автоматические машины, и мы загружаем этот склад на 80 тысяч палет. То есть идея такова, что зимой мы работаем на сезон, чтобы в сезон был товар доступен. То есть вы позвонили сегодня, значит, вчера, как всегда, он должен быть отправлен. Вот. А также у нас очень хорошо работает технический отдел. Все запчасти мы обязаны по закону Австрии в течение 10 лет, даже если продукт ушел из нашего списка, он не в прайс-листе, мы обязаны сохранить лист или список запчастей и поставить вам в течение 10 лет. Это тоже, скажем так, наша такая вот позитивная, плюс такой большой. Маркетинговая поддержка для клиентов, наша академия пираков и тренингов. Пираква, мы приглашаем людей сюда к нам, мы приезжаем к вам, зовите в гости, приедем обязательно с техниками, расскажем, покажем более конкретно уже на продукте, да, о технических характеристиках. Сейчас мы сделаем небольшой обзор нашей продукции, чтобы вы представляли, чем мы занимаемся, потом мы немножко углубимся в... А вернись, пожалуйста, на слайд назад, есть у меня пару вопросов уточняющих. Давай. Скажи, пожалуйста, значит... Океан – это ваш бренд, правильно я понимаю? Да. И БГ – это тот, который вы купили, перенесли к себе производство, да? Точно. И, ну, Prager – это понятно, и Smart – это то, что у вас, вы, ну, то есть, как бы покупаете, то, да? Что под нашей маркой делается, то есть мы не сами это делаем, да? Uh-huh. А я вот смотрю, щеточки есть и в Smart, и в Океане. Да, спасибо, просто... Саш. Да. Сейчас расскажу. Хороший вопрос. Да, понял. Смотрите, очень важный, на самом деле, действительно. Мы были до, по-моему, позапрошлого года, мы остались единственные производители аксессуаров в Европе, made in Austria, сделано в Австрии, с гарантией 3 года. И у нас было две линии, одна делюкс-линия, другая эконом-класс. Вот. Но, к сожалению, рынок диктует свои правила, и мы перенесли эконом-класс производство, вот как раз вот этого смарта в Китай. Вот, то есть мы их производим под нашей трейдмарком, да, соответственно, они делаются в Китае, а вот это вот как раз Ocean, она до сих пор делается в Австрии, делюкс-линия, 3 года гарантии на нее дается, и на самом деле всем любимая щетка, я думаю, что многие на Украине ее знают, и в России их очень много используют и очень ими довольны. Вот это вот разница. Понятно. Ну, очень хочется поподробнее узнать. Я думаю, презентацию мы еще коснемся этого, да? Увидимся, да, увидимся обязательно, увидим обязательно. Сейчас мы просто немножко такой сделаем обзор, посмотрим, да, на продукцию. И вот сейчас, я, кстати, не очень быстро говорю.
Нет, ты не очень быстро говоришь, мы отлично. Прекрасно тебя слышим и отлично супер. Видим. Супер, потому что если буду быстро говорить, это моя как бы слабость, говорю быстро, обязательно останавливайте. Итак, смотрите, скиммера, это наша закладная серия, причем интересная история, предыстория этих скиммеров. Мы их начали производить лет 15 назад, до этого скиммеров у нас не было и закладных тоже не было. А наши инженеры пошли к монтажникам, которые строят и делают бассейны, и сказали: ребят, мы сейчас работаем над новым эскизом скиммера, скажите, что вам нужно, вот именно с полевой точки зрения, когда вы в поле, когда вы строите бассейны, что вам нужно, чтобы вам было удобно. И сделали вот такой вот, по желаниям монтажников, сделали вот такой вот замечательный скиммер. Буквально в двух словах расскажу, в чем его особенность. Если вы видите, то вот эта вот корзинка, она вынимается как сверху, как обычно, да, так и сбоку. Что позволяет нам, если у вас лежит наверху камень, да, допустим, его сложно убрать, в бетонной какой-нибудь или какой-нибудь террасы лежит, да, то ее можно, корзинку, вынуть со стороны, получается, с фронта. Mm-hmm. Следующий момент. Вот эта вот крышечка, которую вы видите, да, у нее специальное отверстие для шланга. То есть шланг для пылесоса подключается сюда, и, соответственно, идет как бы чистка. Дальше вот такая вот ниша, показываю, да, это ниша, это углубление для него контроля, вот тут вот он находится, это полностью автоматический контроль уровня воды, который вы вставляете в розетку, устанавливаете вот тут вот задержку времени 5, 10, 15 секунд, то есть если человек упал, допустим, или прыгнул в воду, да, чтобы была задержка определенная, и, соответственно, он автоматически вот с помощью вот этого как бы поплавка доливает воду. Вот, и естественно, что скиммеры сделаны из лучшего АБС, и я хочу еще добавить, что очень много, очень зависит качество продукта от сырья. И компания Prager тут использует только лучшее сырье, которое мы покупаем либо в Германии, либо в Австрии, не больше нигде. И вот те друзья, которые были, вот Сережа, например, был у нас тоже на фабрике, да, он видел, что если небольшая какая-то заминка, не то сделано, сразу на вторичное сырье это удается, и вторичное сырье мы продаем. То есть многие испанцы, например, многие итальянцы, они покупают у нас вторичное сырье и из него делают продукцию, поэтому она дешевле. Вот, но срок службы, соответственно, у нас уменьшается, да. Дальше идем. К этому скиммеру также была как бы идея сделана, что мы делаем маленький скиммер, который подходит под все бассейны, и его работаем с ним, его оснащаем так, как лего-модель. Что это значит? Что к нему есть расширение, удлинение борта, на бортик, да, удлинение горловины и расширение горловины, вот тут ее видно. То есть, грубо говоря, положив один скиммер на свой склад, вы можете легко и просто взять и поиграть с ним, как в лего, расширить, удлинить, убрать, что вам нужно, да. Также, как вариант, мы предлагаем накладки из стали, это делают наши партнеры, это делаем не мы. Вот, соответственно, оптически у вас выглядит как стальной скиммер, да, а внутри это пластик, то есть экономия денег. Аня, скажи, вот. Пожалуйста, вот ты говоришь, да, про срок службы уменьшается. Угу. Какой срок службы у ваших закладных? Вообще, как бы, 20 лет это спокойно, они не желтеют, они не трескаются, да, то есть их поставил и забыл о нем. Так же, как, например, шаровые краны, мы к ним подойдем, у них 30 лет, да, срок службы. Вот, но если ты берешь некачественное сырье, Саш, то получается, что все равно начинаются как они называются по-русски, рисы, подскажите мне, пожалуйста. Трещины, да? Трещинки, да, погода влияет, то есть все равно это уже сырье, которое уже раз обработали, и чем больше его обрабатывают, тем меньше у пластика срок службы. Понятно, ну вот смотри, дело в том, что у меня друзья там из южных регионов, и да, России, и в Украине, очень жалуются, что ультрафиолет такой, который сжигает, ну, во всяком случае, вот сейчас они перешли. Был момент, когда все перешли на Китай, да, то есть подумали, почему, в чем, какая разница,
И вот сейчас тоже очень сильно подупало качество Испании, потому что они все-таки в эконом-сегменте работают и борются с Китаем, да, и они там начинают уже какие-то ухищрения применять. Так вот, они говорят, что 2-3 года и полностью желтого цвета становится пластик. То есть даже на ультрафиолете. Вот скажи, пожалуйста, вы же продаете, наверное, в Испанию, в Италию. Неужели там 20 лет это стоит, и, то есть, и, ну, хотя бы 10 лет, чтобы оно не пожелтело и трещины не появились? Потому что Китай и дешевая Испания, к сожалению, вообще в руках сыпется. Но она просто в руках рассыпается буквально через пару лет. Могу сказать с точки зрения пользователя. Вот моему бассейну сейчас, он у меня на улице, да, и у нас лето, жара в основном, да, у нас вот сейчас все лето, например, 30 градусов, начиная с мая, вот бассейну моему 12 лет. И пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не пожелтело. Но у нас не идеально белый цвет, это раз, у нас он такой а-ля бежевый, да, и второй момент, добавляется очень-очень сильный стабилизатор ультрафиолета. Это добавляется во все наши продукты, потому что, например, мы очень много работаем с Саудовской Аравией, мы очень много работаем с Дубаем, вот как раз подойдет, может быть, попозже мой шеф, это его клиенты, и у них очень много бассейнов или каких-то других вещей, не берем скиммер, на улице, то есть обвязка идет на улице, и это для них очень-очень принципиально, чтобы, например, те же шаровые экраны, они не серели, не белели, да? То же самое с закладными, чтобы они не желтели. Стоп, подожди. Поэтому... Тут ты меня вообще зацепила. На секунду, как это? У тебя, ваша арматура, она, ну, на солнце даже, ну... Она не белеет. Не белеет вот так, потому что внутри стабилизатор ультрафиолета. Внутри у меня, к сожалению, под рукой сейчас нету фотографии, но если будет потом интересно, я обязательно вышлю, вот как, допустим, в Саудовской Аравии у Вольфганга прокладывают наружу и стоит годами, а там, представляете, какое солнце, там 50 градусов, наверное, постоянно, да? Вот, она не белеет, не белеет. Ну, соответственно, внутри... не разрушается структура пластика, естественно. И, естественно, все работает как нужно. Угу. Естественно, естественно. Вот, идем дальше? Да, да. Тут я хотела как раз показать наглядно, как вот как раз ставится к скиммеру, да, идет вот это вот расширение, да, оно крепится очень легко и просто. И вот такая новая тема, новая фишка у нас очень модная в Европе, это скиммер, который делает имитацию переливного бассейна, да, то есть как бы тут у вас идет до 4, до 4,5 воды, можно регулировать уровень воды. То есть оптически это а-ля переливной бассейн, но вам не нужно копать второй бассейн для вот этой вот как бы всей технологии, да. Вот, тут есть разные варианты у нас, как я говорила, корпус у нас всегда в пластике, вот, а горловина идет из стали, да, потому что тут ей надо как бы больше выдерживать. А разные варианты есть, либо это расширитель 47 сантиметров, либо совсем большой 75, да. Ань, можно вопрос еще тоже сразу, потому что у нас тоже очень популярны эти скиммера. Скажи мне, горловина у вас всегда из стали идет, да? Горловина всегда из стали. Не всегда, только в этих скиммерах она идет из стали. Ну, я понял, я имею в виду в этих скиммерах, только из стали. В этих скиммерах. Есть еще модели, да, Саша, извини, перебью, есть еще модели, которые полностью сделаны из пластика. Вот, но опыт такие показывает, же, что... такие же, да. Потому что у нас очень много сейчас их ставят, ну, это популярные модели, их покупают сейчас в Испании, в Китае. Там тоже начали такие делать, но они делают их из пластика. Я так понимаю, что вы отказались от этой идеи, да? И у нас была модель из пластика. Да, была модель из пластика, но дело все в том, что когда идет большая горловина, то идет большой поток воды, и не всегда даже получалось нашими скиммерами, что пластик справляется. Поэтому мы советуем все-таки брать горловину из стали. Вы продаете сейчас только из стали, правильно? Да, мы продаем только из стали. Да, понятно. Значит, пластик все-таки не работает. Ну хорошо, это просто те, кто сейчас ставят пластиковые скиммера с вот такими горловинами. Надо сейчас подумать об этом. То есть тут, по крайней мере, 100% гарантии, что эта система будет работать, да? С пластиком не всегда выдерживал, к сожалению, пластик, поэтому мы от него отказались и решили работать именно со сталью, да? Понятно.
Идем дальше? Да, да, продолжаем. Аксессуары. Вот как раз мы вернулись к нашим аксессуарам. Здесь мы делаем вот как раз Ocean by Praha. Это наша линия Deluxe. То есть это наши знаменитые щетки, это термометры, штанги, вот которые все обожают у меня французы. Вот, казалось бы, да, Россия, ты смеялся, Россия и Франция, но на самом деле Франция считается рынком номер один в бассейнах, да, и действительно они строят неимоверное количество бассейнов, и вот штанги у меня просто уходят, знаете, грузовиками, они обожают эти штанги, вот, потому что у них очень удобная система, вот эта телескопическая система, и есть очень-очень большие, почти до 6 метров, да, до 6 метров. Шланг наш, сачки, то есть тут какая система? На Ocean, на австрийскую продукцию мы даем гарантию 3 года. Если у вас что-то, сетка порвалась, что-то с рамкой или еще что-то, очень все просто меняется, вы мне присылаете фотографию, и по фотографии со следующей поставкой мы это отправляем вам бесплатно. То есть это наше имя, и это наш, скажем так, вот такое вот детище, наш продукт, с которым мы уже очень давно работаем. Ань, можно вопрос? Вот, да. Потому что вот эти штанги, ну, во всяком случае, в Украине, они у нас тоже уходят грузовиками, потому что каждая вторая штанга ломается в течение года, гнется, и уже она... Ну, она просто все Китай, все Китай, 100%. Да. И она вот подгибается, и, ну, то есть... Даже китайцы закупали у нас эти штанги. Были. Нет, на самом деле я знаю, что у вас на Украине большая проблема, что много Китая, и, к сожалению, качество, конечно, жуткое. Когда в свое время я приезжала к вам, часто я уже 15 лет в компании Пираква работаю, и когда я приезжала на Акватерм, вот последние года, идешь по выставке, да, и вот трогаешь вот это вот китайское оборудование, на самом деле его даже трогать не хочется, его хочется положить, пусть оно вот там лежит, да. То есть даже беря в руку наш продукт, да, вы чувствуете разницу. Во-первых, это вес, да, того же пластика, да, во-вторых, как это сделано. Тот же самый сачок, да, как он весь... У нас сачки, например, шьют дамы, потом дошивают вручную, да, то есть вот как бы рамка делается на машине, а потом дамы дошивают вот на специальной машине вручную, то есть они каждый сачок просматривают, да. Может быть, конечно, это ерунда, но все равно на самом деле... это наше качество, поэтому мы даем 3 года на аксессуары, да, как бы гарантию. А скажи еще, пожалуйста, вот тут есть, я смотрю, термометр круглый, всеми любимый на самом деле. Да. Очень удачная пожизненная такая модель. Они очень быстро, вот этот штырь из нержавейки, там, где сам термометр находится, он ржавеет, ну, буквально... То есть один сезон, максимум два. Как у вас, из чего он сделан и есть ли такие проблемы? Проблем таких нету. Вот у меня тоже, вот последний я меняла, наверное, или новый покупала лет 5-6 назад, у меня в бассейне он тоже висит. А я объясню, это совместное предприятие, да, вот этот вот термометр, сам термометр нам делают в Германии, компания, которая не занимается ни бассейнами, ничем, а она вот занимается как бы вот такими вот измерительными, да, приборами. Вот, а все остальное мы производим здесь и у нас собираем. Вот, поэтому у немцев качество, конечно, оно потрясающее, и ничего никогда не ржавеет. Это вот я такого даже не слышала, честно скажу, Саша. Ну, подожди секунду. Сейчас, секунду. Штырь сделан из пластика. Вот если ты имеешь в виду вот этот вот штырь... Да. Да, во Франции электролизеры очень много ставят, их там любят. И электролизер дает коррозию мгновенную. Ну, весь Китай, я видел, просто пачками их выбрасывают. Что здесь? То есть здесь сталь, которая не подвержена коррозии даже, ну, во Францию ты продаешь их? Вот эти? Продаю, да, продаю тоже. А316-я сталь стоит, а внутри, вот как раз если ты говоришь про этот штырь, да, то он сделан из пластика, он даже не сделан из металла. Не, я понял, хорошо. Все, спасибо. Так, идем дальше. Это наш, скажем так, следующий продукт, это наш самый-самый ходовой продукт. Как я уже говорила, что 50 практически лет назад начал нас дедушка с производства вентилей обратной промывки ручного типа, да, и до сих пор мы являемся независимым поставщиком для всех бассейнов, для всех производителей, фильтров для бассейнов.
То есть фильтра Pentair, там, я не знаю, Astral у нас раньше покупал, сейчас сам начал делать, Procopy. Все покупают у нас вот этот вот вентиль, мы делаем под заказ, то есть у них большая партия, и написано, например, лого Pentair бельгийского, да, соответственно, вентили наши. Его всегда можно различить, наш или не наш, потому что на сбоку есть такое небольшое лого, да, и неважно, Pentair стоит или Procopy, всегда стоит как бы небольшой значочек, что это Прахер. 20 лет, 25 лет назад, я думаю, мы начали автоматизацию, то есть вот начали делать вот эти вот головы, да, вкратце буквально расскажу разницу. Их очень-очень много, и разных вариантов этих аквастаров, да. И я вам скажу, что когда я начинала лет 15 назад работать здесь, я приехала в компанию «Маркопул», вот, и мне говорили, что «Ой, нам не нужно это, вообще у нас все вручную, и все делается вручную, зачем это нам?» Да? За 15 лет как бы время изменилось, и компания «Маркопул» уже покупает по 300-400 штук в год на Россию. Да? Вот как бы видите, как все-таки меняется тенденция, соответственно, от ручного к автоматике. Что у нас здесь? Смотрите, вот это вот, я буду показывать мышкой, наверное, может быть, я надеюсь, видно. Aquastar Easy. То есть вот эти две модели, и Aquastar Easy 2, это самый простой вариант. Самый простой вот для самых легких бассейнов. У него есть два варианта управления. Первый вариант – это время, и второе – время и давление. Внутри стоят кнопочки, все мануально делается, все вручную. Кнопочкой вы устанавливаете, например, обратная промывка в понедельник. Вот вы поставили сегодня понедельник в 8 утра, значит, вы сказали через 3 дня, он начинает в 8 утра через 3 дня. Или через неделю он начинает там в понедельник в 8 утра, как вы установили его сейчас. Если же вы устанавливаете давление, то же самое кнопочками, соответственно, давление превальвирует. Если у вас поднялось давление в бассейне, он начинает обратную промывку по давлению. Следующий аквастар, тип аквастара, это аквастар комфорт. Это уже более сложная модель для более эксклюзивных бассейнов, для больших. Тут устанавливаются программы с помощью цифровых часов. Внутри встроены цифровые часы, и, соответственно, тут тоже три варианта. Первый вариант – это по времени, то есть вы определяете день, время, когда начинается обратная промывка, и определяете количество, сколько она должна идти, там, сколько-то секунд, сколько-то минут, сколько, как вам это угодно. Это Aquastar 3001. Aquastar 4001 – это время и давление, то же самое, как в этой модели, только все устанавливается внутри с помощью цифровых часов. И следующий Aquastar – это Aquastar 6501 он сейчас называется, это время, давление и полностью автоматика, то есть он включает, выключает насос, да, и, соответственно, полностью как бы работает в автоматическом режиме. Есть еще вот такая новая модель, ну как сравнительно новая, ей уже года 4 или 5, это называется Aquastar Comfort Safety Pack. Почему Safety Pack? Что это? Тут вот в этой нише, в белой, встроен аккумулятор. Этот аккумулятор держит до 5 часов, то есть его надо заряжать там после 5 часов, и если у вас отключили электроэнергию, то есть с помощью этого аккумулятора он дорабатывает все процессы, закрывает все как бы возможные шаровые краны и все остальное, чтобы вода у вас 100% не спустилась. За этот Aquastar мы даже, по-моему, в немецкой ассоциации получили, по-моему, 3 или 4 года назад приз. Вот мы были первые, кто это сделал. Ну, вы закрыли страшный сон всех бассейнщиков, которые ставят по 200-300 таких клапанов, и они свет выключают регулярно, да. Да, и это очень-очень, система очень популярная сейчас на данный момент здесь у нас, и особенно, вот тоже, кстати, во Франции у них не очень хорошо, да, с электроэнергией, в Италии, как бы ни казалось, да, все равно Европа, а у нас в России тем более. Вот, и что очень хорошо в этой модели, что вот она все закрыла, она прошла и ждет, пока включит электроэнергию, и как ее включит, как ее включили, он сам перенастраивается, то есть он опять входит в этот свой режим программирования, и вам не надо ехать там, ой, там электричество отключили, надо ехать к клиенту. Нет, у вас все это как бы под контролем вот этого Aquastar.
И еще одна модель, это Aquastar MP6 PLC, это для общественных бассейнов. То есть этот Aquastar, он управляется с помощью системы управления, да, с помощью блоков, вот, и отдельно сам не работает. То есть вот такая вот как бы, вот такой продукт, который работает как бы с общим блоком управления. Вот, а что касается размеров этих аквастаров, у нас идет 1.5 дюйма вентили, 2 дюйма и 3 дюйма. То есть с 3-дюймовым вентилем эти аквастары работают. Внутри в них будут стоять 2 мотора и двое цифровых часов. Вот, так что не пугайтесь, как бы на 3 дюймах это работает. Также у нас есть вентиль отдельно на 4 дюйма, но мы уже не советуем ставить эту голову, а советуем все-таки брать батареи. Mm-hmm. И вот такой вот, как бы, вот сзади меня тоже можно увидеть, это наш новый продукт. Это компания, совместный продукт с компанией Luxon. Luxon mm-hmm. – это австрийская компания, которая специализируется на умных домах. То есть потрясающие ребята, которые начали 10 лет назад свой стартап, молодые, умные, красивые, все про них. И этим стартапом они вышли в номер один на рынке умных домов. То есть по мировому как бы уровню, по мировому скеджулу, да, они номер один сейчас. И они делают системы там. Не спрашивайте меня, честно говоря, даже я сама не знаю, что они конкретно все делают. В общем, они делают умный дом. У нас был с ними совместный проект. Мы сделали Aquastar, вот такой вот зеленый, он называется Air. Они для нас сделали мини-сервер и программу приложения на телефон. И с помощью вот этих вот 3 продуктов, которые работают, вот Aquastar вместе с этим мини-приложением, они работают с помощью Wi-Fi друг с другом. У вас получается полностью автоматизация вашей wellness-зоны. Mm-hmm. Причем вы можете вынести что угодно. Вы хотите освещение, вы хотите аттракционы, вы хотите температуру понизить, повысить. Все это вы можете делать с помощью своего телефона, да, или планшета, как кому удобно. И вот как бы наши контроллеры, да, тоже тут Пираково. Mm-hmm. Вот. Что ты спросишь, Саша, или дальше идем? Я... перевариваю потихоньку. Скажи, пожалуйста, да. Еще такой интересный uh-huh. клапан я видел у Шпека, он такой с большой uh-huh. крышкой. Это тоже вы ему делаете? Или... Нет, Шпек делает сам. Изначально получилось как, что, ну, как везде бывает на бассейновом рынке, кто-то начинает что-то делать, его копируют и делают свое, да. Вот изначально мы были первые, кто сделал вот эти аквастары, и потом уже наш Шпек скопировал ОСФ, как ни странно, да, потому что ОСФ тоже как бы начал этим заниматься, но позже, чем мы, вот, и получается как бы вот такой вот, в принципе, они идентичные продукты, но у каждого свои какие-то внутри свои определенные фишки. Угу, я понял. Сколько вы таких штук продали, какое количество отказов, через какое время, сколько у него срок службы? Ты знаешь, мы поменяли плата, плотину или плата по-русски называется? Плату, мы поменяли плату, мы поменяли производителя платы, то есть частично нам запрограммированы, они приходят частично, у нас ребята программируют сами, вот, и это было 3 года назад, и сейчас, фу-фу-фу, отказов почти нету. Угу. До этого было, может быть, на 100 штук, там, 5 отказов или 10, да, то есть где-то 10%, но уже 3 года вот практически у меня работают они как часы. Угу. Как я говорила, в Москву, например, я продаю через компанию Marco Polo 300 штук у меня в год, они уходят, нареканий вот в прошлом году вообще никаких не было. Uh-huh. Что интересно, сейчас, например, у меня тоже идет очень интересный проект с компанией Biotech Pool, это французы. У них вообще определенная система, они делают биопруды, да, это очень тоже как бы такая фишка сейчас очень модная в Европе, вот, или биопруды, или биобассейны они у нас называются, и им нужен определенный аквастар с определенными функциями, которые как бы в нашей программе нет. Соответственно, как бы это уже проектный отдел, и мы под них делаем определенный аквастар, который как бы соответствует их требованиям. Mm-hmm. Это тоже возможно. Ну, я тебе скажу, что в Украине
наверное, года 3 или 4 назад тема биобассейнов появилась. В России буквально вот год-два, да, нету там, в России так точно еще никто не строит ничего там приличного, в Украине тоже, ну, буквально пару парочку, объектов. Да. Да, но про вот эту французскую компанию здесь никто не слышал еще. Не-не-не, они не выходят на экспорт, они для себя строят, и у них там такие строительства идут, там, мам, не горюй. Я еще, кстати, Саш, про Украину ты мне напомнил, была тема, что заводила компания Linux, возили ребята, да, наши аквастары, и продавали, но была с ними проблема. Объясню, почему. Смотрите, когда мы продаем наш продукт, мы советуем, очень-очень рекомендуем, чтобы вентиль был с нашей, то есть наша голова с нашим вентилем. Что ребята делали? Они ставили нашу голову на другой, например, крипсоловский вентиль или еще на другие. Они и начиналось... занимаются, да. Да, значит, на крипсоловский, да. И получалась протечка, то есть в некоторых случаях он работал, а в некоторых нет. Я хочу обратить внимание, что мы очень настоятельно рекомендуем, что это был бы вентиль наш, потому что там есть специальные фишки, которые именно под него идут. И если у вас, например, другой фильтр, так же, как крипсол, мы можем подобрать просто как бы вот этот piping kit, да, то трубопровод, да, соответственно, под ваш фильтр. Вот, ну, просто, соответственно, нужно у поставщика заказывать только фильтр без клапана, правильно я понимаю? Да. Или уже это тогда дешевле, на самом деле... и покупать у вас более качественный клапан, который уже соответствует требованиям под автоматическую промывку, да? Да. Угу. Хорошо. Принято. Идем дальше. Вот как раз мы говорили вот об этом Luxon Aquastar Air, да, вот я о нем рассказала, что он работает с помощью Wi-Fi. И вот тут вот вы можете как раз увидеть, что чем интересна эта система, да, что она очень легко и просто переносится на дом. То есть вот с помощью вот этого мини-сервера и Aquastar вы автоматизировали свой wellness, вы сделали, что можно, и берете у них же, например, закупаете еще один сервис и полностью автоматизируете систему дома, да. То есть это освещение, это жалюзи, это вот, видите, у них показана солярная система, музыка, гараж. То есть все как бы опции открытые. И что очень удобно, что опции можно самим программировать, какие вам нужно, под какого клиента, под какой дом. Ань, ну вообще система умных домов была раньше очень-очень дорогая. Я так понимаю, что если это стартап, то они... сделали это за какие-то разумные деньги, доступные людям, но там нужно самостоятельно больше настраивать и покупать оборудование, которое под это дело подходит. Правильно я понимаю, да? Правильно, да. Саш, у них была идея такова, что вот этот умный дом, а он действительно, он просто нереальных денег всегда стоил, да, там, если надо 10-20 тысяч в него вложить, то ребята сказали, что мы хотим сделать так, чтобы это было первое удобно в работе, и второе дешево. То есть вот, например, у меня знакомые делали дом, где-то 200 квадратных метров, они заплатили за эту систему умного дома всего 2000 евро. То есть это деньги, которые можно себе позволить, когда ты строишь дом и когда ты хочешь умный дом. То есть тут вопрос идет не о тысячах, не о 10, 20, 30 тысяч, а всего лишь 2000. Да, а наша система вот такая приблизительно стоит в розницу на конечного потребителя, сейчас вам скажу, тоже в районе 2000 евро. Угу. Полностью с бесплатным приложением совсем. Зафиксировали, интересно. Так, хорошо, идем дальше тогда. Идем дальше. Та-дам! Это наши шаровые экраны. Шаровые экраны – это вообще вот наша фишка, фишка Прахера. Потому что это продукт, который вы ставите и забываете о нем на 20-30 лет, у него никогда ничего не течет, у него все как бы на месте. Почему он такой, да, как бы, надо было мне, конечно, взять изнизу, показать вам его, да, но я попробую на руках. Значит, смотрите, у нас получается двойное уплотнение валов, да, вот тут вот с двух сторон.
отличный проход воды. Если вы поставите шар, вот потом, если будет время, может быть, даже схожу вниз, возьму его, шар стоит идеально, просто идеально. Резьба, вам не надо никакие ключи, вам ничего не нужно, чтобы его открыть или закрыть, резьба тоже идеально стоит. Опять же, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, это тоже наша очень такая большая тема, да, потому что там стоит стабилизатор к ультрафиолетовым лучам, вот мы говорили про это, коррозионно-устойчивый и разбираемый, монтируемый с двух сторон. Это значит, что обычно, если вы там допустили ошибку, да, обычно стрелочка стоит на шаровых кранах, что только туда. И да. Если монтажник допустил и, допустим, неправильно монтировал, выбивает сразу шаровый кран, и все течет, да, у нас это без разницы, можете с одной стороны поставить, с другой. Также вот эта вот ручка наша оранжевая, это является инструмент. Вы ее снимаете, и с помощью этой ручки можете разобрать весь шаровый кран до вот самых мелочей. Бывает, иногда попадает песок, например, внутрь или еще что-то, да, вот как бы его можно реально разобрать. Вот он как раз у нас, видите, вот так вот в разрезе. Что еще хочу добавить? Так как мы производители для индустрии и не только для бассейнов, потому что бассейн – это что? Это, в принципе, не агрессивно. Агрессивная среда. У нас бывают действительно агрессивные среды, поэтому всю оснастку шаровых кранов у нас, наверное, я вам скажу, в ассортименте 100 или 150 различных шаровых кранов. То есть это различные прокладки, вот тут мы пишем, да, прокладка EPDM, FPM, это в основном для бассейнов, да, есть различные прокладки для определенных сред. Шар может быть как из тефлона сам, а, допустим, корпус из ПВХ, так и весь шаровый кран может быть из тефлона, да, он более как бы мощный, более такой надежный. А, кольца тоже разных, да, идут, кольца у нас тоже как бы разных размеров. Вот, поэтому вот тут как бы рукоятку тоже возможно ее закрепить, чтобы ее никто не открывал, не трогал, да, написать. Там, конечно, огромный выбор у нас этих шаровых кранов. Вот, Ань, по шаровым кранам, да. Да, скажи, пожалуйста, ну, самая большая боль и проблема всех бассейнщиков, это когда человек приезжает на объект, и у него ручка ломается, а шаровый кран не открывается, не закрывается. Это норма у нас. И очень большая головная боль. Как у вас с этим дело? Вот, честно говоря, я с этим вообще не сталкиваюсь, когда я продаю шаровые краны наши, потому что, я говорю, вот наш лозунг такой «поставил и забыл», да? То есть таких проблем с прахеровским нету. Да, вы переплачиваете, да, вы платите больше, чем тот же китайский или испанский, вот, но этот продукт для забывания, то есть вы его поставили и забыли. Да, у него всегда крутится ручка, у него всегда крутится шар, у них такой проблем нету, вот честно, поэтому ты мне говоришь, я о них даже не знаю, об этих проблемах, слава тебе, Господи. Ну, у нас о них знают все. Да, так, понятно. Работаем с прахером, 20%. Все будет хорошо. Я бы в эту добавить мог. Сереж, привет. Давай, Сереж, да, привет. Привет, Аня, я тут немножко приехал со встречи, подключился на 2 минуты позже. Тебе огромный привет, рад тебя видеть такую цветущую, желанную, обаятельную. Вот. Спасибо, Сереж. И хочу сказать, что очень приятно было, конечно, посетить завод «Прахер». Они работают как военное производство, ничего не дают фотографировать, ничего не дают изучать. Если идет группа, то по заводу нельзя расходиться, чтобы там никто никуда в оборудование не попал. Вот. Но это как бы отдельная тема, и был нам показан, конечно, складской их сервис, это там уникальная разработка, где автоматически ходят роботы и расставляют все палеты на разную высоту, и как бы потом уже идет автоматическая сборка этих всех компонентов и загрузка уже в конкретную ячейку. То есть там ходит, как бы сказать, пятиэтажный вот такой складской комплекс, где несколько линий, и все это автоматизировано. Это было, мы, конечно, там смотрели, были там столько вложено в этот комплекс денежных средств, что просто, ну, это не описать. И вот я могу сказать про эти, даже можно сказать, такой случай из практики, что компания ОСФ, когда комплектовала свои станции дозации, они сначала на измерительную ячейку купили кран другого производителя, скажем, ну, не будем говорить, какого бренда, и при установке станции сразу обе ручки ломались, то есть буквально приходит монтажник и говорит, я сломал 2 крана.
Сначала на одной сломал, потом на второй. Мы, короче, были в шоке. И... Сереж, подожди, так там же диаметры какие? Как он мог там, как это вообще происходило? Ну, там маленький диаметр, там 20. И там же оно ж не успело ни закиснуть, ничего. Как-то. Нет, новые краны, то есть, были поставлены диаметром 20. Это для того, чтобы подключить к измерительную ячейку. И то есть, там, ну, чтобы подать воду на измерительную ячейку. И эти краны ее перекрывают. Но они лежали в комплекте. Их просто покупали у производителя другого. Ну, я не буду называть бренд, чтобы конечно, никого не пугать. Да, потому что это не будет красиво. Но сломали 4 крана, они вот лежат у нас там в коллекции. Я позвонил Сергею Регеру и сказал, я что-то вообще не понимаю, что такое происходит. Как это оборудование ваше и какие-то краны непонятные лежат в комплекте, и вы их продаете. Он мне сказал, да, снабжение... занималась этим вопросом, но оно просто закупило и не задумывалось о том, что могут быть проблемы. Соответственно, они собрали там, ну, скажем, планерку, решили, что хватит этим безобразием заниматься, и была поставлена задача снабжению покупать только краны Прахер. И теперь, если вы откроете коробку, значит, со станцией дозации ОСФ, там в комплекте на измерительную ячейку будут лежать краны производства Прахер. Маленькие, с ручками, очень аккуратные, ничего не, больше не ломается. Компания ОСФ счастлива, и как бы им... как бы сказать, было сказано, что, ребят, не ищите никаких производителей, лучше вы не найдете по цене и по качеству. А, спасибо, Сереж. Очень приятно это слышать. Анечка, есть вопрос из зала. Виктор Николаевич Васильев задает вопрос. Если возможно, показывайте, где стоит ваш логотип на оборудовании, особенно на кранах. Потому что ну, краны – это реальная боль подписчиков. Вот смотрите, как раз вот тут вот, да, как раз вот он стоит, это лого Прахер, вот такой он, вот это логер, лого наше новое Прахер, его изменили года два назад, вот он вот здесь стоит, и вот тут прописаны, да, его размер и сколько он давление выдерживает. Еще хочу момент такой очень-очень важный записать. Вы знаете, вот если мы пишем PN16, да, то есть он выдерживает давление 16, мы обязаны по австрийским законам протестировать этот шаровый кран в течение 2 часов при PN40. То есть, представляете, какую он нагрузку, это, видимо, мы переняли из индустрии, отдела индустрии, но теперь на наших бассейновых шаровых кранах мы делаем то же самое, и мы обязаны это сделать. Многие наши конкуренты что делают? Почему, может быть, кстати, вы и попадаетесь тоже, да? Они пишут PN16, но либо 1,6 стоит подальше друг от друга, да, это всего лишь PN1.6. Некоторые ставят с точечкой PN1.6, да, и получается, что всего вы берете, например, не давление 16, которое выдерживает, а которое выдерживает всего 1,6. Ань, вот, подожди, а на этом попадается... Мне кажется, это невозможно. Да. Мне кажется, это возможно. Ты видела это реально? Возможно. Ну, реально, своими я глазами видела лично. Видела? Да, лично, и причем у нас ребята это тоже тестировали, потому что это я тоже не буду называть компанией, это испанская компания такое практиковала, и мы их брали и тестировали, и он, конечно, сразу разлетается. То есть там не только 16, там вообще вот единицу он еле-еле выдерживает. Поэтому будьте аккуратны, но сдувают со всех сторон. Да. Если PN 40 в течение 2 часов он должен выдержать, правильно? Выдержать, да. Тогда мы имеем право писать по документам PN 16. То есть гидроудары мы держим на этом кране. Держим, однозначно, да. Хорошо. Все, продолжаем. Если есть еще вопросы, продолжаем, потому что я не вижу их вопросы, я вижу только презентацию пока, да? Да, если есть вопросы. Вот, Сергей Михайлов показывает нам. Сереж, давай... А, нет, не хочу. Мой шеф пришел, хочет вам сказать пару слов. Можно мы переключимся с презентации, да? Да, конечно. Вот буквально пару слов. Он скажет, надо звонить сейчас. Сейчас, подождите, я убираю презентацию. Подождите, мне надо как-то, Саш, сонастроиться. Зеленую кнопочку. Все, а подожди, зеленую паузу. Стоп, шия, пауза, шия. Так, я Вольфгангу дам наушники, и он скажет вам пару слов. Ты не выключила презентацию. Да. Я не выключила, окей, нет. Подожди, выключаю. Выключаю. Ты выключила презентацию, все хорошо. Угу.
Все, можешь давать наушники и... Да. Я даю наушники тогда, да? И, наверное, буду переводить тогда. А как мы будем слышать перевод, Аня? Аня, стоп. Мы сказали, что я оставляю и буду переводить. Вольфганг скажет нам пару слов. Вольфганг – это наш директор, это директор компании «Пираква». Он уже 30 лет в компании «Прахер». То есть он начинал в «Прахере» как раз 30 лет назад и вот как раз является нашим директором. Вот, и технический директор, он всегда со мной ездит, все рассказывает. Вольфганг знает все всегда. И пару слов мы ему дадим. Аня, Анечка, скажи, пожалуйста, что у нас сегодня на связи Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Нас слушают 4 страны, и вот я смотрю, даже из Грузии к нам присоединились. Ich muss jetzt zuerst dir übersetzen. Wir haben jetzt Russland, Ukraine, Kasachstan und sogar Georgien. Ja? Wolfgang приветствует вас, дорогие друзья. Он очень рад. Magst du sitzen? Он очень рад, что он готов, как бы, что может присоединиться, да, к нам на эту встречу. Вот, и очень рад приветствовать вас в эти непростые и нелегкие времена для всех, но очень оптимистично и с надеждой смотрит на, как бы, в будущее и надеется, что наша ситуация скоро изменится, мы скоро все познакомимся лично и увидимся. Я очень рад, что такой большой интерес к нашим арматурам и к нашим продуктам. Мы сейчас работаем на очень большое количество новинок, то есть в новом сезоне 2021, скорее всего, на следующий год будет представлено много новинок интересных. Для нас очень важный такой момент, когда мы производим нашу продукцию, мы смотрим, во-первых, чтобы продукция была очень качественная, чтобы продукция отвечала всем нормам, экологическим нормам, это очень сильная такая мощная тема здесь в Австрии, во всей Европе, и, естественно, чтобы срок службы для вас и ваших клиентов оставался максимально долгим. В этом году, к сожалению, выставок, скорее всего, не будет, они все перенесены на следующий год, но, однако, я, как Вольфганг, хочу вас пригласить всех на наш стенд, мы во всех выставках международных участвуем, и будет возможность пожать вам лично руку. Желаю вам хорошего семинара, да, всего хорошего, оставайтесь здоровыми, аккуратно. И всего самого наилучшего. Может быть, есть пару вопросов к Вольфгангу? Вот, vielleicht haben Sie ein paar Fragen für dich. Саш? У меня, наверное, пока нету. Наверное, пока нет. Единственное, что я хочу сказать, что коронавирус дал очень мощный толчок развитию конференции в Zoom'е. Это очень удобно для слушателей и для компаний, которые производят. И отсутствие выставок для нас, наоборот, сыграло, наоборот, мы больше начали узнавать от компаний, мы намного больше информации к нам сейчас приходит с помощью вот таких конференций. Они сейчас у нас идут на регулярной основе с записями, и очень хорошо это работает для повышения квалификации бассейнщиков нашего региона. So der Alexander, der Organisator, er hat gesagt, es ist jetzt zurzeit sehr, sehr aktiv, jetzt ist mit Zoom, sie machen ganz viele Filme, sie werden die Leute einfach diesen Wissenschaft bringen, ja, und es ist natürlich super, super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln für Poolbauer, ja. Super.
Мы готовим, Вольган говорит, мы готовим тоже виртуальный такой стенд, да, вот как раз в осенью, скорее всего, в октябре он у нас будет готов, поэтому я с удовольствием вас проведу, покажу, расскажу, как только это все будет готово, о наших новинках, и мы таким образом войдем в новый сезон с новой информацией. Анечка, есть еще пару слов? Ань, еще хотел сказать, что... Он говорит, а мы вместе все, сейчас извини, Саша, он говорит, мы вместе все быстро пройдем эту пандемию, кризис и выйдем в новое время. Он, к сожалению, прощается уже, да, потому что у него следующая встреча, вот мы дальше продолжаем. Thank you, Вольфганг. Аня, я еще хотел закончить эту тему уже, раз мы ее начали. Да. Современный мир диктует такие моменты, что как я это вижу, как мне бы хотелось, и как мне кажется, было бы правильно. Это все технические моменты напрямую получать вот в таких конференциях с завода, с самыми лучшими специалистами вашими, потому что лучше, чем вы, про вашу продукцию никто не расскажет, про технические аспекты. Это правда, да. Имеется в виду, вот мы сейчас делаем обзорную конференцию, а потом идем детализированно, там, только в кран, только в арматуру. Да. И посвящаем этому, глубоко-глубоко копаем эту тему, понимая ее, то есть уже детально. И тогда ты посмотришь, когда мы проведем там 5-10 таких семинаров, люди очень сильно поймут технические аспекты этих моментов. И, соответственно, на выставке мы уже будем заниматься только тем, что мы больше всего любим. Руки жать. Руки жать, да. Пить, отдыхать. То есть мы же на выставке едем посмотреть, то есть как бы друг другу в глаза, понюхать, посидеть, отдохнуть и все остальное. А уровень очень высокий технический мы сможем получать с помощью Zoom'а конечно, в высоком качестве. Конечно, конечно. Согласна, Саш. И сейчас я вот еще раз буквально два слова. Это у нас обзор, да, потом я готова взять нашего техника, так как я не техник, я продавец. Вот, я готова взять нашего техника, и уже более детально мы пройдемся и по аквастарам, и по арматуре. Сережа вон Михайлов нам поможет, он у нас, наверное, лучше всех техников. Вот, и уже более детально пройдемся по продукту. Договорились? Все, я переключаю опять на, чтобы время мы не теряли, переключаю на презентацию. Так. Итак, шаровые краны, сейчас мы быстренько их найдем. С шаровыми кранами мы все поняли, правильно? И едем дальше. Ань, на шаровых кранах можно целый день остановиться и да, потратить, однозначно, разбирая его однозначно. Резиночку к резиночке, да. Это точно. Так, едем дальше. Любимые продукты Сергея Михайлова. Запорная арматура. Сереж, если ты меня слышишь, может быть, ты мне поможешь? Вот как раз из своего с опыта, да, ты работал с этой продукцией, ты ее знаешь в действии, в использовании. Могу что сказать, что, опять же, этот кран, он идет из индустрии, то есть его взяли совершенно от других сред, от объемов и размеров. Соответственно, у него корпус намного стабильнее, из других материалов сделан, как обычный бассейновый, да, продукт. И вот таким образом он у нас выглядит. То есть если вы посмотрите сам продукт, он робустный, он крепкий, да, его фиксируешь и на самом деле, опять же, ставишь и забываешь. Проход воды идет очень-очень мощный и открытый, да. Клапан у нас... Я думаю, Сергей лучше тебя расскажет. Сереж, да, я тоже думаю. Давай, Сереж, подключите. Да. Ну, мы как бы, когда попробовали работать с продукцией Prahor по кранам и задвижкам, то есть мы делали как раз VIP-объект, и после этого мы перестали вообще работать с другой продукцией. То есть мы перешли полностью на Prahor, и, скажем так, в сметах в общих, если даже это бассейн, скажем так, не премиального класса, стандарт или бизнес, все равно эта продукция не так сильно влияет на цену общего счета. А как бы быть уверенным в том, что у вас кран, когда вы придете обслуживать оборудование или бассейн там перекроете, чтобы у вас, ну, отключить там фильтр, насос, будет держать, эта уверенность, она очень дорого стоит. И многие знают, что есть производители, у которых кран может работать всего лишь, ну, год
и после этого он уже не закрывается. То есть у вас будет подкапывать вода, а если вам надо будет что-то переклеить, то вы никогда не сможете сделать склейку, так как если есть вода, вы не обезжирите и не проклеите соединение. Поэтому это очень важный момент. И кто пытается сэкономить на кранах, очень сильно себя, скажем так, может в конечном итоге дискредитировать. Если же вы делаете одноразовые бассейны, то есть вы сделали, ушли, это, конечно, номер пройдет. Но если вы обслуживаете клиента, если вы приезжаете из года в год, а потом рассказывать начинаете, что у вас все потекло, ну, это, конечно, выглядит очень несолидно. И мы, когда делали объект, тоже вот этот, и там стояли 140-е задвижки, и мы смогли отрезать трубы диаметром 140, и где 200 кубов воды задвижка держала, и ни одна капля из бассейна не вытекла. То есть настолько все плотно работает и закрывается, что бассейн стоял неделю с отрезанными трубами, и как бы никаких проблем у нас не произошло. То есть все было четко. Закрыли и, как говорится, забыли. Но вот этот сам материал, который он используется, вот этот такого бежевого цвета, вы можете вот эти задвижки сразу узнать по этому цвету материала. И мы потом, когда поняли, что это очень прочный материал, Аня скажет, как он называется правильно, вот корпус задвижки. А корпус у нас, подожди, сейчас подключение слушай, ты меня прям застал, по-моему, это полипропилен, а вот это вот ПВХ, стержень. Да, ну, клапан из ПВХ, полипропилена и ПФДФ, вот он у нас как бы стоит. И получается, по-русски, что да. Вот этот корпус, смесь. Угу. Как бы бежевого цвета. И мы как раз вот, если в презентации дальше мы увидим задвижки, можно будет посмотреть, как вот эти задвижки работают, обратные клапаны. Я так думаю, мы дальше их увидим. Они тоже... Давай дальше я пока раз посмотрю. Да. Вот этот ты имеешь в виду, вот да, он. Вот. И да. Вот эту задвижку, которую мы считаем сейчас лучшим на рынке устройством, как обратный клапан, мы тоже заказали из этого материала. И, скажем, компания Prahr выполнила этот, значит, ну, вот этот вот обратный клапан из другого материала. То есть... Более прочного. Более прочного, ну... Да. Я сейчас, мы потом Аня на экран отключим, я покажу, как это выглядит на самом деле. Вот, угу. Вот задвижку рассказать о ней, как вот мы ее нашли. То есть чем вот это обратный клапан уникален? Во-первых, он не заужает проход трубе. То есть вот этот вот его, скажем так, язык клапана или заслонка, она открывает полностью трубу. Плюс, когда вы ставите, нет проблем, что когда открывается этот заслонка, будет она застревать. И если клапан берем стандартный, допустим, она еще называется хлопушки, то их угу. даже надо ставить в больший диаметр, чтобы этот лепесток мог пройти. А здесь уже корпус, он сделан с таким расчетом, что если вы ставите фланцы, то у вас фланцы соответствуют диаметру вот этого вот обратного клапана. Единственное, что надо учесть, что он идет от 75-го диаметра. Мы на всех бассейнах, которые VIP-класса, только ставим сейчас такие обратные клапаны. Значит, в чем еще его уникальность? У него есть смотровое окно. Вот здесь мы видим прозрачное смотровое окно. И вот этот вот желтый штырь, он показывает степень открытия этого обратного клапана. То есть, если у вас он будет закрыт, то этот вот желтенький вот этого штырька вот в этом смотровом окне вы не увидите. Но степень открытия обратного клапана будет показывать, насколько этот штыречек будет туда выдвигаться. То есть, вы даже визуально, подойдя к обратному клапану, можете понять степень его открытия, насколько его напором воды открыло. То есть, половину или полностью он открыт. Плюс вот здесь на этом штыре, здесь две пружины, разные по жесткости. И вы в зависимости от того, как у вас стоит задвижка, на какой магистрали, вертикально, горизонтально, какая вам нужна прижимная способность, можете сделать 4 степени свободы вот работы этого
заслонки. То есть можно снять полностью, тогда он будет работать без, не подпружинный, просто легко и просто открываться. На вертикальных трубопроводах этот номер проходит легко, то есть она под собственным весом закроется. Если у вас, допустим, надо, чтобы она легко открывалась, вы оставляете одну пружину мягкую. Если вам нужно чуть пожестче, вы оставляете одну пружину жесткую. А если вам нужно, чтобы она закрывалась очень активно, то вы ставите две пружины. Они разного диаметра, одна в другой. И у вас получается есть степень без пружин, с мягкой пружиной, с жесткой и с жесткой, с мягкой. То есть вы такой, скажем так, такой обратный клапан у других производителей просто не найдете. Аналогов нет. То есть это, ну, самая вообще, можно сказать, шедевральная вещь, которую мы сейчас начали активно применять на всех своих объектах премиальных. Поэтому я покажу фотографии потом, после, когда Аня отключит свой экран, и мы посмотрим уже, как это монтируется, как это смотрится на реальном объекте. Понятно. Сереж, спасибо, есть еще вопрос. Скажи, пожалуйста, лепестковые клапаны, ну, краны, задвижки. Задвижки, да, извини. Ты с какого диаметра начинаешь ставить? До какого диаметра ты решаешь вопрос с шаровыми кранами? И после какого уже ставишь задвижки? Потому что китайцы предлагают и 110-й диаметр. Нет, нет. Кран шаровый. Нет. Очень громоздкие, тяжелые, скажем так, и неудобно с этой ручкой работать, потому что кран этот крутить. Гораздо удобнее работать с рычагом задвижки, потому что у нее рычаг будет намного длиннее, ее легче повернуть. Плюс еще не забываем, что там у задвижки есть зубчики, и можно ее на определенный угол повернуть. То есть, если вам надо задвижку поставить под 45 градусов, вы спокойно ее поставите. А шаровой кран поставить под 45 градусов нереально, потому что у него нет фиксации. Соответственно, все, начиная с 90-го диаметра, мы уже ставим задвижки. И существует только одна позиция пограничная, это 75-й диаметр. То есть вот эти задвижки, которые были на предыдущем слайде, компания Prager начинает производство с диаметра 75. И вот тут уже на любителя. Можно 75-й кран поставить, можно задвижку. То есть такая пограничная зона. Это кто, как проектировщик смотрит, или вам как удобнее там где-то, может быть, этот кран поставить. Соответственно, 90-е – это задвижки, 75-е – можно подумать. И дальше уже, скажем так, 63-й это краны, потому что задвижек нет, 50-й, все понятно, уже все, что меньшего диаметра, это уже кран. Понятно. Спасибо. Спасибо, Сереж. Идем дальше. Вот как раз разворот, о чем говорил, да, Сергей? Да, вот, вот как раз этот штырь, да, о котором ты рассказывал. Пружины, которые мы вот здесь видим в разрезе. Одна пружина и вторая, то есть одна маленького диаметра на штыре. А потом сверху еще стоит вторая пружина, которая уже, как бы сказать, обрамляет маленькую пружинку. То есть это вот здесь, ну, плохо видно, а так на самом деле это группа. То есть фактически получается на этом штыре одна на одну насажена вот эта пружина. И вот это вот смотровое окно, потому что у них есть модели без смотрового окна, но я считаю, что там небольшая разница в цене, и лучше брать смотровое окно, потому что очень хорошо все видно. Удобно, да. Угу. Да. И вот в этой вот пружине вы можете, вот если у вас получается, сейчас она стоит на горизонтальной трубе, пружина нужна, чтобы ее прикрыть, скажем так, чтобы она не... исключить ее колебания или чтобы она не приоткрылась. А так как она имеет все-таки вес, когда горизонтальная труба, можно вообще пружины снять. Но мы не стали рисковать, и на горизонтальных участках ставим пружину, которая маленькая и мягкая, то есть та, которая обеспечивает легкость закрывания. Соответственно, вот эти вот обратный клапан, в отличие от тех громоздких пружинных систем, к которым мы привыкли, у них очень маленькая будет потерян напор для насоса. То есть настолько легко открывается, что просто напор ее даже не замечает, ну, насос не замечает, что ему нужно открыть. А когда мы ставим вот эти классические подпружиненные системы, там сами знаете, какое надо приложить усилие. Плюс, когда вы ставите классический обратный клапан с пружины, у вас очень сильно заужается поток в этом месте, потому что там открывается небольшой просвет, куда проникает вода. Соответственно, мало того, что пружина создает дополнительное сопротивление, потом маленький просвет в обратном клапане, и, соответственно, вот эти вот, ну, скажем, классические наши
клапан обратный, который мы привыкли видеть, они, конечно, не отвечают уже современным требованиям, предъявляемым к современным бассейнам, и мы однозначно в своих проектах теперь закладываем только вот такой обратный клапан. Очень рады, как бы сказать, что компания «Прахер» и в лице Анны познакомила нас с этой продукцией, рассказала, прислала специалистов. И как бы, когда подбирался комплект, мы под ее чутким руководством закладывали все компоненты в будущий проект. А теперь, так мы уже знаем, они уже из проекта в проект просто переносятся, и теперь как бы мы не размышляем, мы тему подбора, скажем так, запорной арматуры для себя закрыли. То есть это уже все. Вопрос решенный раз и навсегда. Спасибо, Сережа, очень приятно. Так, у нас есть несколько вопросов. В чем преимущество по отношению к чугунине? Владимир задает вопрос. Аня, наверное, тебе. Сереж, давай мы тебе, наверное, дадим, а это? Я с чугуниной не работаю. Ничего не знаю. Очень, скажем так, подробно разбирались с чугунными насосами Херборнер. И мы четко должны представлять, что у нас вода бассейна, она имеет, скажем так, содержит в своем составе хлор в классическом варианте. И если у вас будет чугунная стоять задвижка или там обратный клапан, то у вас будет она коррозировать. И если у вас будет, допустим, поток идти, вы не будете замечать, что в воду попадает металл. А если в этой трубе, допустим, ну, остановить воду, например, это будет магистраль, например, эко-режима, и когда она потом подключится, то вы увидите, что в воду бассейна будет попадать окисленный материал. То есть вы будете постоянно с этим жить. А пластик, он, ну, скажем так, не боится устойчив к воздействию хлора, он не окисляется, и как бы вы будете точно знать, что магистраль работает и нет проблем. И мы же разбирали, когда насосы, чтобы не было вот этих вот, скажем, у Херборнера тоже проблем с чугуном, они либо покрыты, вот те модели, которые у Небат, они как бы загрунтованы, там коричневая грунтовка тонким слоем, чтобы не коррозировали, а те модели, которые нового поколения мы смотрели, они же покрыты вот этим покрытием Black Edition или там тоньше черным, который тоже не дает насосу коррозировать. Поэтому я считаю, что из чугуна, во-первых, скажем, элементы, они будут тяжелые в монтаже, им нужно делать дополнительный крепеж, который будет всю эту конструкцию держать, и плюс она как бы по своим свойствам, ну, при том пластике, который сейчас существует, если это производитель высококачественной продукции, то у вас однозначно пластик по всем параметрам, в данном случае вот эта запорная арматура, она предпочтительней и лучше покажет себя в долгосрочной перспективе, чем чугун. То есть надо понимать, где чугун лучше, а где пластик. В данном случае пластик. Так, еще у нас два вопроса. На презентации мы видим PN3, PN7, PN10. И Владимир спрашивает, 3, 7, 10 – это давление открытия? PN3. Это давление открытия, да, PN3 и PN7, и две пружины идут до PN10. Угу. То есть, да, это, соответственно... То есть, это о том, что говорил, я так понимаю, Сережа, да, Сереж, это вот, конечно, разное открытие, разный проход воды, правильно? Да, да. Ну, то есть, это... Слабые, средние, сильные, да? В системе, да, но у вас получается, что у нас бассейновая, скажем так, когда у нас нет таких напоров, нет таких давлений, поэтому пружины, ну, скажем так, давать нагрузку дополнительную на насос не имеет смысла. То есть это, ну, как бы лучше все это делать с одной пружиной или без пружины. То есть, как бы вы когда, ну, у вас будет в руках это, скажем так, обратный клапан, вы можете это все, открутив вот здесь вот сверху, вот это смотровое окно, оно просто откручивается. И вы извлекаете эти пружины легко, то есть открутили по резьбе, вынули эти пружины, и вы, когда она у вас в руках еще не смонтирована, можете ее просто, как бы скажем так, повоздействовать и увидеть, с какой, скажем, нагрузкой вы можете ее открыть.
То есть, поэтому я считаю, что те, кто возьмет и попробует с этим работать, вы можете это все, ну, увидеть на собственных руках. Ну, то есть, возьмите, покрутите и почувствуйте разницу. Сравните с классическим клапаном и сравните с клапаном, который будет вот вам представлен. Хорошо. Спасибо. Теперь Виктор Николаевич Васильев задает вопрос. Какая устойчивость пружин к морской воде? Пружины все обработаны, да, обработаны специальным материалом, естественно, чтобы они не ржавели. Потому что очень много бассейнов, особенно в Европе, строятся тоже с электролизом. Электролиз у нас очень сильно используется, и эта тема, конечно, продумана. Так, хорошо, но здесь еще момент такой, пружины в воде или нет? Сереж, вот тут тебя опять спросим, пружина, попадает вода в пружину? Я думаю, да, или нет? Уплотнительное кольцо здесь стоит в районе вот этого смотрового окна, шток пластиковый, и, соответственно, когда я демонтировал шток, я не видел здесь на нем никаких уплотнений, вот здесь, вот где может попасть вода. Соответственно, уплотнение стоит только вот здесь, где мы вкручиваем, скажем так, смотровое окно, ну, как бы. Поэтому вода, естественно, если нет уплотнений никаких, вот резиночек, она сюда зайдет. Uh-huh. То есть, ну, я не думаю, что это будет проблема для пружин, потому что, ну, опять же, говорим о продукции австрийской компании, которая производит в Австрии на заводе и которая производит много лет, и у них уже есть обратная связь с теми, кто поставил уже эти обратные клапаны. Поэтому вы должны понимать, что тут на вас никто экспериментировать не собирается, чтобы вы там потом какую-то проблему получили. Но даже, скажем так, если у вас произойдет какая-то проблема с этой пружиной, то компания Prahr может вам предоставить ее замену. Ну, если она у вас, допустим, сломалась, или там, что вы ее потеряли. И чтобы ее поменять, не надо разбирать там пол этого обратного клапана. Вы открутили смотровое окно, у вас стали доступны эти две пружины, или одна, сколько у вас установлена. Поставили новую, и все, и проблема решилась. То есть, в крайнем случае, если вы там беспокоитесь, у вас там она 20 лет не проходит, да вы ее просто спокойно замените в любой момент времени, никаких проблем. То есть, вы, скажем так, оборудование такое, что оно не доставляет вам забот, хлопот при обслуживании, при, скажем так, плановом ремонте и так далее. Поэтому вот все преимущества вы должны понимать. Пришел, отремонтировал легко и ушел, и все продолжает работать. В этом прелесть, а не то, что когда вы там ждете какую-то запчасть, допустим, она там идет 3 месяца, а вы весь бассейн остановили. Естественно, mm-hmm. это катастрофа и для клиента, и для вас, как поставщика оборудования, и как организации, которая смонтировала это оборудование. Поэтому чем хорошо оборудование, которое ломает, если сломалось, его легко отремонтировать, тем, что вы не напрягаете тем самым своего заказчика. Угу. То есть, понятно. Всегда в Европе такой подход, прежде всего нужно думать о людях. И когда вы первым делом думаете о людях, как им будет приятно или неприятно жить с этой проблемой, то у вас все вопросы сразу как бы закрываются. То есть удобно, все надежно, не хрупкий пластик, и легко это все обслуживать. Точно. Супер. Спасибо. Продолжаем. Угу. Поехали дальше, да? Да. Давайте. ИБГ, буквально пару слов скажу о наших фитингах. Да, как я уже говорила, это была голландская компания, которая изначально была уровнем Мерседеса, то есть очень известная, очень высококачественные делали фитинги, естественно, из премиум материала. Мы ее купили, мы изначально с ней сотрудничали очень-очень долго, наверное, лет 30, потом мы ее купили, перенесли производство сюда к нам в Австрию, и все части сейчас делаем здесь. PN16 давление, лучший материал, и какие-то маленькие фишечки, я вам тоже потом, может быть, возьму, покажу изнизу, как, например, вот если вы увидите, до какой вот тут вот линия, до какой... Не линия, а такой как бы изгиб, до какого места должна труба встать, например, да? Или сколько нужно клея поставить сюда, положить, чтобы точно идеально все вошло. Есть очень много в нашем ассортименте, как раз вот именно в фитингах, тех фитингов, которые многие не делают. Например, переходники на теплообменники очень многие любят, у них и шикарная цена, шикарное качество.
Вот, а есть гибкие фитинги, то есть это новая тема такая у нас, в гибкой трубе идут гибкие фитинги. Они не склеиваются, они работают по системе клеммов, сжимания. И тут, если вы прокладываете бассейн, особенно снаружи, очень удобно. Во-первых, не надо 24 часа ждать, да, вы быстро проложили его и можете сразу запускать. А во-вторых, если вдруг какая-то проблема, вы эту клемму убрали, разобрали быстро и опять собрали, да, бесклеевая система. Для гибких труб также есть переходы с гибкой трубы на жесткую трубу. Трубы, все фитинги, заглушки. По ним есть какие-то вопросы? Есть, эту тему тоже есть, мы можем есть. Ее разобрать отдельно потом, отдельно. Угу. Обязательно, давай, Саша. Но нужно будет ее разбирать отдельно. Некоторые китайские производители делают паз под трубу в своем фитинге под конус. И говорят, что это очень хорошо, меньше нужно клея, лучше склеивается, и вообще даже если забыли склеить, то ничего страшного, оно и так может сработать где-то. Вот такая вот история я слышу постоянно здесь на протяжении нескольких лет. Хотел бы услышать... вас. Первый раз, честно говоря, первый. Я даже об этом не знаю, честно тебе скажу, потому что в Европе, видимо, это не принято или как бы с этим не работают, я не знаю, первый раз об этом слышу, и, честно говоря, мы это не применяем, у нас продукция тестируется, тестируется постоянный проход воды, тестируются варианты, как это легче и проще сделать для монтажников, но вот этого я не слышала. Ну, тут еще простая есть тема, что здесь вот эта площадь, она должна полноценно склеиваться. И посадка, если у вас трубы и фитинг одного производителя, она идеальна. Не забываем, что когда монтажник работает, часто приходится собирать магистраль на сухую. И магистраль должна легко разбираться и заново собираться. Ну, склеем, естественно, когда идет процесс смазывания, она легко заходит. Но бывают случаи, что разные производители накупили, начинают на сухую собирать, особенно это на больших диаметрах, чревато тем, что у вас заклинивает деталь на трубе. Вы еще ничего не склеили, собрали попробовать, потом разобрать не можете. Поэтому все вот эти вот конусные соединения, это, ну, к добру не приведут. То есть вы где-нибудь на большом диаметре с ними попадете. А потом, сами понимаете, переклеить, допустим, склейку сделать новую на маленьком диаметре или какую-нибудь 200-ю трубу заново отремонтировать, которая после склейки у вас потекла. Поэтому вы должны эти риски оценивать. И в Европе, ну вот, скажем так, мы со многими европейскими компаниями и знакомы на выставках, и видим, какого качества и у них трубы, фитинги. Нет такого, чтобы где-то был на конус сделано. А плюс еще... Аня еще не сказала, что тут чем хороши вот эти вот уголки, выпущенные их компаниям, у них есть еще насечка, под каким углом вы можете склеить. То есть, если вам надо 2,45 точно под 90 градусов склеить, то там есть риски. Если вам надо чуть-чуть повернуть, допустим, на какой-то угол с 2,45 углов, чтобы уйти трубой, то там тоже есть риски на 45 градусов поворота этой склейки. И вы четко можете по ним собирать магистрали, чтобы у вас потом труба никуда не вильнула. Потому что на уголках, мы знаем, если чуть-чуть вы делаете неправильную склейку, два поворота, и у вас уже труба ушла в ненужном направлении. То есть вы начинаете дальше исправлять. А здесь как бы наглядно видно. Вы берете 2,45, рисочки совместили, и у вас четко труба потом, если у вас, допустим, это был 90-градусный поворот, она у вас, значит, 90 градусов пойдет. Так, понятно. Спасибо. Серёжа, еще я вам покажу, да. Ребята, еще вот из прайс-листа покажу, вот я не знаю, видно, Саш, так не видно? Нет, не видно. Даже не люди, видно. Многие с телефонов, это не видно. Нет. Все, окей, тогда мы не показываем. Я хотела еще сказать про один продукт, который вот, к сожалению, тут на картинке не представлен. Это клипы для держателей для труб. Да. То есть мы их уже делаем 40 лет, а у нас различные они конфигурации, очень хорошо работают, легкие, прочные, надежные, поэтому вот как вариант имейте в виду, что они очень хорошо расходятся, вот кто продает, хорошо. Допустим, товар. Хорошо. Так. Ань, подожди, есть вопрос. Жду. Виктор Николаевич Васильев задает вопрос. Почему вы все время говорите о ПН-16? Это какой должен быть бассейн с рабочим давлением труб, насосов, ТД до 16 атмосфер?
Вы знаете, я просто объясню, что вот, допустим, трубы, я сейчас вот смотрю как раз прайс-лист, у нас есть трех ПНов, да, давление, это 6, 10 и 16, вот, соответственно, с разной ценой, но фитинги мы решили отойти от ПН-10 и от ПН-16 и делаем только ПН-16. PN6. То есть PN16 мы делаем, и идея такова, что наша задача, как я говорила, да, это слоган, это поставил и забыл. И на наш взгляд, если чем больше у тебя выдерживает давление, в данном случае PN16, конечно, в бассейне его не бывает, я с вами согласна, но бывают какие-то толчки, качки или еще что-то. Вот, и на наш взгляд, это 100% гарантия, что у вас будет долго стоять продукт, не течь, не разламываться, ничего с ним происходить не будет. Сереж, ты можешь прокомментировать этот момент? И скажи, пожалуйста, ты под трубы какие? Десятку ставишь, 16, 6? Вот. Я открыл прайс-лист компании Piraqua и смотрю, что действительно на маленьких диаметрах у них PN16, но если большие диаметры, скорее всего, в целях того, чтобы не раскачать цену сильно, то на больших диаметрах десяточку применяют, то есть там 110 диаметр, 125 и выше. То есть как бы 16 это удел тех, скажем так, небольших деталей, где, ну, это, как бы сказать, актуально, потому что мы знаем, что чем меньше деталь, тем меньше, тоньше у ней стеночки будут. И, соответственно, когда у нас магистрали небольшие собраны на PN16, они еще чем хорошо, что когда вы их, ну, раскрепляете, меньше крепежа надо, потому что более прочный фитинг, и как бы они не такие будут хрупкие, потому что еще можно сказать, что мы же и закладываем трубы в бетон, и там нагрузка идет, когда включают вибратор, если там идет у вас укладка раньше, чем вы сделали бассейн. Но это разные технологии. Поэтому чем прочнее, скажем, там пластиковая деталь, которая ведется так называемый скрытый монтаж, тем вам проще и надежнее все будет в дальнейшем эксплуатироваться. Не получится так, что ее там разбили, раскололи. Поэтому я считаю, что это давление не только можно, нужно рассматривать как внутри трубы, но и как внешнее воздействие, то есть прочность детали другое, и с ней приятнее и легче работать. Это правда. Вот и мне переходы, вот я еще, Саша, я перебью, вот сейчас я тоже зашла, Сереж, посмотрела, переходы, вот, например, Т, да, вот этот вот Т уголок, если переход маленький, то я смотрю, вот тоже есть 10-й, да, но в основном маленькие размеры, все 16-го, правильно сказал Сережа, есть 10-е, но их все меньше и меньше, и все больше производство переходит на 16-ю. Раньше у нас был PN-10 в фитингах, в основном PN-10, а сейчас вот производство переквалифицируется на 16-й, именно из-за прочности. Так, понятно. Ну вот Виктор Николаевич Васильев пишет: мы ставим PN16 только для того, чтобы трубы не прогибались. Ну, то есть для жесткости конструкции, о чем говорил Сергей. Да. Ну, вы можете просто понять, и как бы всегда это, естественно, на виду. Труба, которая будет у вас с меньшим давлением, допустим, PN6, она будет с тонкой стенкой. Плюс, когда мы ее крепим, то у нас есть определенный шаг для крепежа. Плюс эта труба еще потом наполнится водой и увеличится ее вес. Естественно, если у вас 16-я будет труба, то крепеж можно поставить реже. Если у вас труба PN6, то вам надо ставить чаще поддерживающий крепеж, потому что когда вы нальете в эту трубу воду, она у вас просто тупо прогнется и будет, как после того, как заполнили бассейн, очень некрасиво все смотреться в техническом помещении, поэтому у вас трубы волнами пойдут, то есть вы увидите, что они начали прогибаться, и это смотрится, ну, конечно, очень печально. И даже бывали случаи, когда неопытные монтажники или проектировщики закладывали мало крепежа на больших диаметрах, то трубы просто отрывало от стен.
То есть вы заливаете воду, и у вас крепеж весь, вы, как бы сказать, выходит из своих посадочных мест, начинают кронштейны прогибаться, вырываются анкеры. То есть тут надо тоже отдавать себе отчет, мы уже говорили не раз, что одно дело собрать бассейн на сухую, и другое дело залить все эти трубы, фитинги, наполнить водой и нагрузить эту всю конструкцию. Поэтому, скажем, там ничего плохого в том, что это PN16, нет. Это, наоборот, считается, наоборот, скажем, там, достоинством бассейна, если вы его собрали на трубах и фитингах, которые выдерживают давление PN16. Вы себе жизнь упростили, во-первых, материал более прочный. Просто бывают случаи, ну, как бы, может быть, ну, видео присылают мне часто мои партнеры, что отрываются в процессе эксплуатации склейки, и где-то труба переламывается. И потом, если это большие были нагрузки, то есть все время находился пластик под нагрузкой, и в какой-то момент он потом отрывается, либо срезается. И все вот эта вот масса воды, которая в бассейне, она начинает вытекать через эту огромную трубу. И таких катастроф много. Я думаю, что те, кто практикующие бассейнщики, они могут рассказать, как это происходит и насколько важно в эксплуатации, в долгосрочной эксплуатации. Это, как мы всегда говорим, мы не разговариваем о бассейне, который построили, и через год вы ушли с него и больше клиенту не возвращается, а те, которые к вам могут прийти через 10 лет, через 15 лет. Извините меня, если у вас там что-то оторвалось, равно это будет неприятно. Даже вы скажете, да там гарантия кончилась. Ну и что, что кончилась гарантия? У вас там затопило техническое помещение. Поэтому тут надо себя что-то отдавать в том, что в долгосрочной перспективе все, что вы сэкономили, оно потом ляжет на ваши плечи в потере репутации. Спасибо, да, правда, это все, Сереж. Ну что, друзья, идем дальше? Да. Сейчас я быстро пройду наши серии фильтров, да, то есть фильтра, которые мы предлагаем, это совместные предприятия. Есть немецкая компания, которая отливает для нас вот эти вот как бы боковые стороны, весь пластик наш, вся оснастка пластиковая наша, и собираем мы тоже внутри как бы у нас, да. Вот, поэтому мы не считаем этот продукт 100% нашим продуктом, однако вот как бы совместное предприятие, где весь пластик наш. Это серия Bregenz, тут как раз рассказывается, какие идут размеры от 520 до 900, сколько они, что. Это серия Vienna 2, то же самое идет с нашим вентилем с обратной промывки, естественно, прахеровским. В комплекте идет ручной всегда вентиль, и что удобно, если кто-то захочет, допустим, автоматизировать свой фильтр, он всегда может поставить голову за место этой ручки, да, то есть его можно очень легко автоматизировать. Ань, скажи, пожалуйста, ну это же испанский фильтр, вот этот, синенький. Вена, вот этот? Да. Это испанский, да, это испанский, это не наш. Вот это немецкий фильтр, это у нас делается, он под нас делают вот эти вот как бы корпус сам, да. Этот испанский, да, с нашим идет тоже вентилем. И есть вот такие вот большие серии Leoben с высокой загрузкой, да, уже, соответственно, уже для больших бассейнов. Тут идет загрузка песка 1,2 метра. Идет в комплекте с 2-дюймовым вентилем. И вот такие вот серии Eisenstadt, это уже, скажем так, более большое, это общественные бассейны, да, соответственно, проектные фильтра, мы их называем, они идут тоже по желанию. Вот, а что еще хотела сказать, пару слов буквально к арматуре, у меня, по-моему, тут нету фотографии, вот если вы тут увидите на фотографии, вся наша арматура, о которой говорил Сережа, все эти ручные задвижки, они автоматизируются, то есть идет к ним привод, можно заказать, либо это пневматический, спасибо, либо электрический, да. То есть есть тут различные варианты как бы проработки и работы. Вот, а что еще, вот как бы пару слов буквально о гарантии качества скажу, почему как бы мы являемся, вот если посмотрите Прахер, Пираква, мы являемся Мерседесом, я бы сказала, или BMW на рынке, да, то есть мы не дешевые, мы это не скрываем, если кому дешевые, то это туда, да, полно дешевых производителей. Для нас важно качество, это качество стоит, естественно, денег,
чем мы отличаемся? Во-первых, вот Сергей это видел, например, Сережа был у меня на фабрике, каждый этап производства отслеживается очень-очень строго, качественное отслеживание идет, да, то есть проверяется любой продукт, не дай бог там какая-нибудь соринка в этом или еще что-то, или неправильно отлили там какая-то финтифлюшка, да, все, сразу на брак, сразу убирается, сразу на переработку. Вот, то есть каждый этап у нас, допустим, тот же шаровый кран, у него 15 этапов производства. И этот каждый 15 из этапов, он отслеживается, каждая часть отслеживается. Не просто там берется выборочно из части из 100 шаровых кранов, например, берется один и осмотрится, а каждый продукт отсматривается. Затем у нас идет хранение продукции на специальных складах, да, вот, это тоже очень важно, как хранится, те же с трубой, допустим, трубы это вообще как бы тема такая очень важная, как они хранятся, как они кладутся, что под них, и что еще очень важно для нашей продукции, вот как Сережа тоже отметил, это толерантность трубы и фитинги, арматур. У нас это называется толерантность, да, в Австрии, толеранс, а в России это называется совпадание размеров. То есть, когда, если вы берете трубы, фитинги, арматуру одного производителя, у них совпадают все размеры, в лучшем случае, да, не у всех, конечно, но бывает. Вот, то есть, тут мы можем гарантировать, что это стопроцентная эта толерантность, и мы за этим очень-очень следим. Я уже подхожу потихонечку к концу, хотела сейчас рассказать о том, это вот как бы такой вот как бы обзор нашей продукции, да, хотела рассказать, что мы предлагаем еще нашим клиентам. У нас есть программа, называется она, наверное, CAD-рисование, да, или вот когда вы можете с нашей продукцией в 2D, в 3D рисовать свои проекты. Эта программа бесплатная, то есть она у нас висит на сайте, клиентским номером туда можно войти. Если у вас клиентского номера нет, вы можете мне написать, я его дам. Она совершенно бесплатная, вы можете с ней работать. А что еще? Маркетинговая поддержка, естественно, для наших клиентов. Это всякие полки для вашего шоу-рума, роллапы. Вот как раз у меня тут один тоже висит. А также и на русском языке мы это все делаем. Естественно, можем вам предлагать бесплатно. Скажи, а есть ли каталог на русском языке или нету? Нет! Нет, это больная тема, вы знаете, вот он как бы этот каталог, вот у меня вот просто посмотрите, если кто видит, а может кто не видит, он у нас 500 страниц, вот, было время, когда я переводила сама это на русский язык, вот, но на самом деле он как таковой не нужен, потому что идет описание продукции небольшое, фотографии, артикулы, и если у вас какие-то вопросы возникают, то всегда можете меня набрать, мне позвонить, я помогу и напишу, и расскажу. Сейчас мы делаем проспекты на русском языке, то есть вот аквастары, вся наша продукция, техника, арматура, она вся это будет на русском языке. И, в принципе, все эти брошюры, там очень, вот тут как раз даже можно кусочек увидеть, очень подробно описано, что к чему. Вот, а также я начинаю сейчас снимать видео на русском языке, как бы объясняя, может быть, разницы, да, в продукции. Тоже это тоже можно будет увидеть. Но каталог мы переводить, к сожалению, не будем. Понятно. Вот. А что мы еще предлагаем? Тоже такой интересный ивент. Мы делаем мероприятия различные, да, так как я уже говорила, мы на всех выставках стоим, приглашаем вас на наш стенд, как откроются выставки. А раз в два года мы делаем такие так называемые Innovations Day, то есть это дни инноваций. Мы приглашаем со всего мира, на данный момент мы в 110 стран экспортируем нашу продукцию, и со всего мира собираются наши клиенты, да, и мы делаем инфодни, мы информируем людей о наших новинках, о продукте, мы делаем технические тренинги на месте, вот, например, вот этот был в замечательном, потрясающем замке старинном, вот, и, естественно, культурная программа с австрийским пивом и рулькой, это, естественно, как бы часть программы. Мои контакты, да, то есть вот если что, звоните мне на мобильный, спрашивайте, запишите, я всегда рада буду помочь, я всегда буду расскажу, о чем смогу. Потихонечку я выхожу
Ну, тогда из презентации, да, наверное? Да, я думаю, есть вопросы у ребят. Если есть, включайте звук, задавайте звуком. Если нет, то пишите в чат. Вот. Аня, я, знаешь, что хотел спросить? Как много вы продаете, то есть в какие страны больше всего продаете? Ну, так, да. Ты знаешь, если это 110 стран мира, то, конечно, ну, Европа, я вам могу сказать следующую сейчас тенденцию. У нас изменилась тенденция, это хороший вопрос, Саш, потому что мы продавали в основном на экспорт, да, то есть у нас очень развита была и Россия, и Украина, кстати, да, пару лет назад. Вот, очень в Америку очень много продавали, есть у них свой завод, но и частично они покупали нашу продукцию отсюда. Европа, естественно, Саудовская Аравия, Дубай, Таиланд, Малайзия, очень много туда продавали, но сейчас изменилась тенденция, и так как экспорта стало меньше вот за какой-то период времени пандемии, безумно развивается Австрия и Германия. То есть вот буквально полгода последние, они пишут плюс 50% оборотов. Мы не успеваем им отправлять, не успеваем производить, потому что у них бум. То есть так как австрийцы или немцы, они никуда не едут в отпуска, они строят как сумасшедшие бассейны. У меня даже дома, где я живу, у нас там несколько есть таких блоков, где построили квартиры, и даже там люди строят в квартирах бассейны. То есть как бы у них небольшой участочек, и они строят там бассейны. То есть вот действительно такой бум огромный. Угу. Владимир задает вопрос. По Германии есть понимание о выставке? Да, как раз только что мы об этом говорили. Значит, смотрите, Штутгарт переносится на сентябрь 2021 года. Лион, Франция, переносится на февраль 2021 года. То есть будет Акватерм, и сразу через неделю будет Лион. Вот, и мы приняли решение, как Пираква Прахер, что мы не будем выступать точно на одной из немецких выставок, потому что получится в 2021 году Штутгарт, сентябрь, октябрь – Барселона и ноябрь – Кёльн. Но для нас, скорее всего, важнее выставка в Кёльне, она более мощная, более активная, чем Штутгарт. Вот, поэтому с Лионом мы сейчас думаем, в феврале мы поедем туда или нет, а в Штутгарте мы не будем принимать участие, скорее всего, мы будем принимать участие в Кёльне. Хорошо. Ань, ты нам сделаешь технические семинары детально про... С удовольствием. Потому что они нам очень нужны. Да. С удовольствием. Техники голодают по техническим. Да, да. Причем я возьму с техника своего, да, именно техника. У нас сейчас очень хорошая команда появилась, то есть как бы ее построили, да, техников. И мы сядем, я поперевожу, то есть, может быть, те вещи, которые я знаю, я сама расскажу, а уже на более техническом уровне, да, уже как бы когда техники общаются с техниками, это другой язык, я просто буду переводить, да, я буду переводить, и вы сможете с техником пообщаться на своем родном языке. Хорошо. Так, ребят, еще есть вопросы? Еще пока, если кто-то думает или писать, не писать, я хочу еще тоже небольшую как бы информацию дать. Вот Саша очень... Во-первых, Саша, я хотела поблагодарить тебя от всей души за такой замечательный семинар. На самом деле это очень классная идея, и я ее с удовольствием поддержу. Идея и дальше... не моя. Идея не моя. Сергей Михайлов настоял, убедил нас всех о том, что эти семинары нужны. Мы их начали. Да, это правда. И они полетели просто с невообразимым силой, с невообразимым успехом. Потому что особенно рынок Украины за время тяжелые времена, он очень ушел в дешевый сегмент. Китая полно везде. Понастраивали этих бассейнов, которые сейчас ломаются. Все хорошие инженеры ушли из хорошего немецкого оборудования, австрийского оборудования. Они ушли в Китай. Вот. Сейчас все это дело рушится. Компании банкротятся по этому поводу. Кто-то в бегах, кто-то еще как-то. Вот. Но, слава богу, естественно, восстанавливается спрос на качественное, хорошее оборудование, которое отвечает современным требованиям. Вот, инженеры, слава богу, такие остались, кто умеет это дело проектировать. И все остальное, вот даже
то, что ты говоришь, что раньше вы очень хорошо работали с Украиной, сейчас нет вообще. Цель наша – восстановить эту работу, привести в Украину хорошее качественное оборудование, вот, восстановить этот спрос, и чтобы инженеры, которые работают с хорошим, качественным, которые думают про завтрашний день, работали с хорошей сервисной поддержкой. Да. Вот, и имели вот такую прямую техническую информацию. Да. Я хочу сказать, что качественное оборудование, оно всегда выигрывает, потому что всегда будет кто-то, у кого будет на 5 копеек дешевле, да, и всегда вот эта вот конкуренция, драчка за копейки, она на самом деле неинтересна, потому что придет там Ваня или Вася, который предложит на 2 копейки поменьше, и человек, которому важно дешевый продукт, он всегда убежит от вас, да, за эти 2 копейки. А качественное оборудование у него совершенно другая, как бы, позиция, да, то есть оно строится надолго. И тут, мне кажется, важно даже ваших клиентов просто информировать о том, что, ребят, вот вы построили, да, это вам на века, то есть вам это будет стоять, не течь, ничего, и у вас проблем меньше, и у меня проблем меньше. И если вот, например, в Германии или в Австрии с людьми разговариваешь и говоришь, слушай, зачем ты такой дорогой фитинг ставишь, да? Они говорят, другого мне не надо, потому что у меня это стоит в доме, и я не хочу потом возиться, все это разбирать, делать, мне этого не нужно. Вот, поэтому, Саш, я еще раз говорю огромное спасибо все равно Сереже Михайлову, 100 лайков. Сереж, молодец, спасибо тебе огромное тоже за помощь, техническую помощь. Видишь, с точки зрения юзера ты нам рассказал, показал, я продаю, но не использую, а ты строишь и работаешь с этим продуктом, что очень-очень важно. И еще хочу сказать, что так как Саша делает онлайны, мы с удовольствием во всех следующих онлайнах примем участие с более конкретной технической информацией, а я делаю офлайны, попробую сюда тоже немножко вставить. Вот мы делали такие замечательные семинары, как ски, пулы ски, и если все будет хорошо, то в январе мы планируем опять очередную поездку уже в Австрию, я буду вас приглашать, вот, и делать такие же семинары именно в офлайне с горными лыжами и с возможностью посмотреть местные термы, поездить и пообщаться с пульбауэрами, то бишь с теми, кто строит здесь бассейны. Стоп. Вот, спасибо большое. Ты имеешь в виду поговорить с техническими инженерами, со строителями, которые строят объекты в Германии и в Австрии, правильно я понимаю? Да, это вот как раз моя тема. Я вот планирую в январе как раз такой выезд. Вот, соответственно, у нас будут спикеры, кто будет рассказывать про свою продукцию. Мы будем кататься на горных лыжах, мы посетим термы местные, мы пообщаемся с пульбауэрами, то бишь со строителями бассейнов, да, как бы тет-а-тет. Отлично. Сереж, ты хотел... Так что приезжайте, сказать. Буду рада. Ну, мы ждем с нетерпением, когда наступит зима, как это не... Звучит не смешно, но Аня знает, что горнолыжники, они такие люди, им бы лето пережить, эту жару, и быстрее встать на лыжи. Поэтому это точно. У нас снег там, условно, солнечная погода, морозное, значит, катание, это нормально. То есть тут вопрос, кто к чему привык. Многие любят на солнышке полежать, позагорать, а кто-то одел комбез, ни ветер, ни, скажем там, ни дождь, ничего ему не помеха, встал и поехал. Поэтому было, конечно, вот это в январе великолепное катание. И мы, я думаю, что если будет у нас... А, еще было в Сочи, то есть... Ну, я его так стер из памяти, потому что в ужасе от Сочи. Ну, семинар был классный, но в Сочи у тебя не идет, видишь? Нет, я кататься на лыжах больше не поеду никогда, поэтому только в Австрию. Но это лирическое отступление. Значит, если возвратиться к нашей теме, то что хотел еще добавить по то, что мы не сказали. Мы в свое время на одном из семинаров сравнивали продукцию Prachers с одним из производителей тоже высококачественных фитингов, муфт и кранов. Это компания George Fisher, которая находится в Швейцарии. Вот. И, может быть, кто-то встречал на своих объектах. У них, значит, они обозначаются двумя буквами, логотип GF+. Вот, и мы сравнивали цены. Оказалось, что при, скажем, аналогичном качестве некоторые цены на соответствующий компонент, ну, то есть аналоги сравнивали, в 1,5-2 раза выше.
то есть в розницу. И поэтому тут вопрос решался, как бы, если надо, и там человек хочет, скажем так, пошиковать, то да. Но тут получается, что когда у вас линейка закрывает и премиальный класс, и можно поставить стандарт-класс, вам удобнее, у вас ни номенклатура не расширяется, у вас не получится, что тут такие краны, там такие. То есть у вас все будет одинаково и стильно. Поэтому мы этот вопрос тоже рассматривали, когда выбирали поставщика, и поэтому остановились именно на прахер в связи с их ценой и качеством. То есть два компонента у них были на первом месте. То есть цена соответствует качеству их продукции. Вот. Плюс еще, что можно сказать, вот мы про краны сейчас до конца еще тему озвучим. Вот этот кран, который вот видно, это который вот сейчас УСФ на своих станциях применяет. Если вы увидите в коробке, может быть, у кого-то из старой партии будет кран с голубой ручкой, там их две штучки, лучше сразу меняйте их на прахер, потому что потом придется менять. Это уже как бы закрытая тема, но где-то, может быть, еще на складах они остались, но опять же это к тому, что не ошибается тот, кто ничего не делает, и поэтому любая компания может какую-то допускать ошибку, но она, нормальная компания, быстро ее исправляет. То есть это реакция, обратная связь, и они тут же принимают решение, чтобы это все закрыть. Никогда не сопротивляются, что давайте мы еще попробуем поэкспериментируем. Никто из европейских компаний на своих клиентах, на своих потребителях не экспериментирует. И это отличие от их, от как бы производителей, ну, скажем, будем называть своими вещи своими именами, китайских. То есть китайцы экспериментируют на нас и довольно-таки иногда по-жесткому. То есть так приходится страдать, что просто иной раз понимаешь, что надо с этой темой завязывать. Вот. И плюс еще вот кран, который видно вот в моих руках, это как раз тот, о котором мы говорили. То есть он разбирается, раскручивается. Снимается у него две стороны. И здесь вот как раз вот эта вот сторона, которую можно подтянуть. Если у вас кран чуть-чуть, например, начал, ну, разболтался или подтекает, вы можете подтянуть. Вот ручку сняли, и вот этой ручкой здесь есть специальные, скажем, пазы. Вставили, и вот эту вот часть крана затянули. То есть как раз то, что Аня рассказывала, вот эти вот выступы, вот мы видим, они вот как раз четко подходят под это. И вы дальше собираете, все у вас это, скажем, опять ручку на место, вот кран в сборе, поставили его. И он не открывается, то есть здесь это кольцо зажато, и у вас, если сняли для ремонта часть крана, у вас вот эта вот часть не выдавит и не польется вода. Вот, потом, значит, о задвижках. Я сейчас подключаю демонстрацию экрана. Так, экран. Так, видно, да, Саш? Да. Вот, о чем мы говорили. А-а-а. Вот эти, значит, мы переделали, поставили вот эти вот обратные клапаны. То есть видно, что после насоса стоят вот эти обратные клапаны, которые мы считаем одними из лучших. И эти, значит, материалы, они в прайс-листе стандартные, ПВХ серого цвета. Если вы захотите заказать, чтобы у вас был вот из этого материала, скажем, там, долгоиграющий клапан, то это под заказ. Нужно запрашивать цену на заводе, и они вам эту продукцию сделают под заказ. Значит, также вот другая фотография. Здесь классические краны и задвижки. Вот эти как раз задвижки 140-е, мы отрезали вот эти трубы, по-другому их немножко склеить пришлось. Вот здесь был вот бассейн, 200 кубов воды, тут все было хорошо. То есть задвижку закрыли, отсоединили все, как бы, и работали спокойно. То есть вот эта вся система, она, как бы, это из практики, то, что я рассказывал, это не то, что там говорю, придумывая, а это именно то, что было сделано. Ну и если... Так. Сейчас один сек. Закроем. Это фотка. Да. Ну вот, это фотография. Вот как раз в сборе узел.
насосы, и эти задвижки здесь стояли пружинные, но настолько, скажем так, не понравилось, как они себя показали, и просто этот узел переобвязали. Но тут теперь получилось все как бы идеально. После насосов стоят обратный клапан, вот этот прахер, и задвижки, если нужно обслужить насос, вы закрываете спокойно задвижку, и в зону действия обслуживания у вас тоже попадает этот обратный клапан. Поэтому, когда вы вот, ну, какой-то узел вам нужен для обслуживания, не надо задвижку ставить наоборот. То есть у вас обратный клапан должен попасть в ту зону, где можно спокойно перекрыть воду и обслужить. Видишь, Саш? Угу. То есть это, да, вижу. Он не просто так, что здесь, например, если мы поменяем местами, то как бы ситуация будет очень печальной. То есть вы не сможете вот здесь, скажем, обслуживать этот узел. Поэтому, когда что-то требуется закрыть, вы должны знать, что это для того, чтобы отремонтировать, разобрать, перебрать. То есть взяли задвижки, сняли насос условно, меняете вы мусальник, вот этот насос тащит бассейн, вы спокойно этот насос, скажем, обслуживаете там. Ну, я имею в виду, когда-то через много лет. Вот, поэтому чем вот хорошо, что вы знаете, что даже если бассейн будет в работе, вы перекроете эти задвижки, то у вас не будет там в техническом помещении воды. Все будет сухо, все будет идеально, и вы будете работать спокойно. Это очень приятно, это очень, как бы, скажем так, солидно, и я считаю, что тут надо вот обратить внимание, потому что я думаю, что в скором времени Аня увидит по увеличению объема продаж, насколько помогло то, что мы донесли до бассейнщиков эту информацию, и как бы многие первым делом, что смотрят, это на цену. Но надо смотреть на практику применения, на то, что как себя зарекомендовало оборудование. И тогда вы уже поймете, что цена в данном случае не имеет значения, потому что мне тоже вчера спросили, почему насос кто-то покупает за 60 тысяч рублей, и такой же хирборнер будет стоить в 10 раз дороже. То есть, ну, если это в евро, это, ну, получается... 10 тысяч евро. Ну, 9 тысяч евро, да, или 900 евро. Но вот так, как вот Аня сказала, что есть такой класс заказчиков, которые именно хотят вложить свои деньги в надежное и современное оборудование. То есть их, допустим, разница в 10 раз не пугает, а наоборот им душу греет. И поэтому, когда вы приходите и разговариваете со стороны о том, что давайте я вам сэкономлю, или еще как бы боитесь, что конкуренты принесут счет, в котором будут еще проще оборудование, и он посмотрит на конечную цену, как бы она окажется меньше, то это полное заблуждение. То есть это значит, ну, люди, которые вы работаете, они просто, ну, работают в классе в другом. А там, где хотят получить дорогостоящее оборудование, там уже другие мысли и другие требования. И, соответственно, возможности ваши там продать качественное оборудование, они, во-первых, возрастают, вы знаете, с чем вы пришли, вы грамотно можете рассказать об этом оборудовании, плюс у вас есть проекты, которые уже воплощены в жизнь, и, скажем, у вас наработки большие. Поэтому тут не надо никогда, ну вот мы уже не раз об этом говорили, конкурировать с точки зрения цены. С точки зрения цены конкурируют только те компании, которые не могут предложить что-то иное, кроме как низкую цену или там, скажем, там, ну, сами понимаете. А ваше конкурентное преимущество должно заключаться именно в вашем профессионализме, в том оборудовании, которое вы предлагаете высококлассном, в долго, скажем так, в работе, безукоризненной работе бассейна, в долгосрочной перспективе, ремонтно-пригодности оборудования, что если оно у вас сломалось, вы можете быстро его отремонтировать, потому что самое печальное, когда что-то сломалось, надо снять, куда-то отвезти дилеру, потом этот дилер вам это будет ремонтировать, запрашивать запчасти, а у вас бассейн, извините меня, чтобы не сломалось, там станция дозации, будет насос, он же у вас там не может ждать, пока там кто-то какую-то запчасть приведет. Поэтому ремонтно-пригодность оборудования – это одна из основных характеристик оборудования, допустим, премиум-класса. То есть
взяли, и там через несколько дней у вас все работает. Даже бывают случаи, когда у вас это есть на складе, вы можете за один день отремонтировать, то есть какую-нибудь сложную технику. Вот. Но это все зависит от того, насколько вы подготовлены и в этой теме. Когда у вас оборудование разных производителей, одного, второго, третьего, у вас всегда есть проблема, что какой-то запчасти в нужный момент не окажется. То есть у вас должно быть и к этому, и к тому, и к пятому. Может быть, дилер там закрылся, или у него тоже на складах пусто. Поэтому это, ну, скажем, риски огромные. И вот и в связи с этим, почему мы остановились на определенных, скажем так, производителях оборудования, это именно то, чтобы в любой момент, когда что-то случилось, знать, где взять запчасти, или они у нас есть на складе, и быстро решить проблему так, что даже заказчик не замечает. То есть, условно, вы закрываете вопрос, а человек просто подумал, что вы на сервис приехали. То есть он даже не знает о том, что у вас там какая-то проблема случилась. Но все, ломается оборудование. Человек болеет, мы знаем, и оборудование любое, какое бы оно ни было, может сломаться. Но вот именно то, чтобы оно сломалось и не было замеченным никем, ну, то есть вашим клиентам, то это очень порой не то, что выручает, а наоборот закрепляет уверенность в том, что то оборудование, которое вы поставили, оно вообще не ломается. И то есть, в принципе, вот у нас так и сложилось уже исторически, и так люди, которым мы построили бассейн, так и думают. И когда что-то у нас выходит из строя, если, ну, это было еще, когда мы там 10 лет начали заниматься, не знали, что вот этого производителя лучше не ставить, да, бывают такие случаи через 5 лет, и как бы они так удивляются, сломалось через 5 лет, ну, это же что ж такое? И вот именно это как бы должно вас, ну, именно стимулировать к тому, чтобы работать с такими заказчиками, так делать, чтобы у вас, скажем, репутация была на таком уровне, что ваши бассейны просто, скажем так, вне конкуренции, я бы так сказал. Поэтому и сразу будет легче работать, потому что вы будете уже занимать другую нишу и спокойно в ней себя чувствовать. Вот. Ну и еще такой вот, скажем так, мне Александр Ефремов прислал интересное высказывание, рекомендации заказчикам. Если вы хотите получить хороший проект, найдите грамотного специалиста и заплатите ему столько, сколько он скажет. Результат превысит ваши ожидания. Очень классно. Так, ну мы будем надеяться, мы идем в эту сторону. Да, поэтому вот Аня, она первый раз присоединилась к нашему вебинару и как бы должна понять, и вот хочу тебя озвучить, что все производители, которые мы с Александром освещаем и рассказываем про них, про их продукцию, они относятся к классу премиум. То есть это те, кто могут сделать лучшее на сегодняшний день оборудование. Это ты мне хочешь сказать, чтобы я теперь о себе думала, что я класс премиум. Серега, ты молодец. Я уже об этом знаю 15 лет. А компания Брахер 50. Но я очень рада, что вы меня взяли в эту категорию. Я воля. Вот, но это просто так сложилось, что хочется рассказать о достойном оборудовании, поэтому тут очень приятно, что мы знакомы с вашей компанией и сотрудничаем, и то, что она нас не подводила, и то все компоненты, которые мы купили, поставили, они служат верой и правдой и доказывают вашу премиальность. То есть одно дело на словах премиальность говорить, а другое дело на деле доказывать. Угу. Поэтому я думаю, что если вот ты заявляешь, что кран будет закрываться 30 лет, вы уже 100 раз проверили это и знаете, что через 30 лет кран закроется, конечно, будет подтекать. Поэтому вы подумайте год у производителей, ну, скажем, мы опять говорим, не называя бренды, которые через год уже не текли, и 30 лет. Почувствуйте разницу, как говорится. Да, 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 это точно. Вы знаете, я тоже еще можно возьму на пару секунд слово и скажу, что тенденция... Алло.
Да, мы тебя слышим. Меня слышно, да, что-то мне кто-то говорит. Вы знаете, я когда первый раз прилетела в Киев, как раз вот лет 15, наверное, назад, это была моя первая командировка с Пираковой, и вот мы ходили, ходили, и было столько классных идей, было столько классных вещей, люди смотрели на качество, да, вот тогда был у вас тоже Китай, но не такое, видимо, засилие. То есть люди смотрели, хотели, и очень было много интересных проектов, очень много было интересных идей. А потом, видимо, с кризисом совсем все, как бы, то есть качественная продукция ушла совсем назад, и вот это вот Китай, дешевка, и, конечно, очень было обидно на это смотреть, и жалко и людей, и клиентов, и своих клиентов. Вот, но на самом деле всегда выигрывает качество, то есть в любом моменте все равно должны быть те пионеры, вы, которые ведут, как бы, соответственно, своего клиента к качеству, и качество всегда останется качеством, а вот это бегание за копейками, там, один побольше или другой поменьше, там, это, мне кажется, уже даже не интересно. Поэтому вы должны тоже воспитывать своих клиентов, рассказывать им, показывать и говорить, почему это так, а почему не по-другому. И мне кажется, все равно все придут к тому, что качество – это долгоиграющая история, и она останется надолго. Спасибо. Вадим Лагута присоединился, смотрю, к нам и снова. Наверное, что-то бы хотел сказать. Да, я все время был, я весь семинар был, просто я ехал и не хотел, чтобы меня там шумы отвлекали людей. Смотрите, на самом деле, вот сейчас ситуация немножко по-другому происходит. Почему как бы такое засилие там китайского всего? Не потому, что, ну, там у нас народ от безысходности, да. Во-первых, многие производители, которые есть на рынке, достаточно неплохо подняли качество, да. То есть, если мы возьмем китайский кран 10-летней давности и возьмем сейчас какой-нибудь китайский кран, который все ставят, да, то действительно у них есть тоже рост, и рост достаточно серьезный. Вот. Другой вопрос, что если мы берем кран европейский, вообще любой европейский фитинг на самом деле, то мы сразу начинаем как бы влюбляться в него, он классно стыкуется, он легко собирается на сухую, его можно как бы там собрать, сказать, склеишь это, я поехал, все, и как бы уехать и оставить после себя монтажника более низкого класса, который просто выполнит, ну, уже физическую склейку там, и так далее. Вот, это как бы да. И сейчас проблема в том, что просто нету, ну, допустим, был там хороший фитинг, там, Астор, еще какой-то, их просто нету, конторы, которые вывозились, развалились, не смогли там что-то делать, не этот самый, и просто хорошего фитинга вот такого, который, я бы уговорил бы любого заказчика на дорогой кран, да, то есть это небольшая сумма по сравнению с объектом, но его просто негде взять, то есть вот возьмите, в Киеве найдите, ваш кран, например. Ну, в Киеве не возят, да, сейчас у нас возил Лайнингс какое-то время, сейчас возит только Юра Фастаковский, потому что он фанат нашего дела, но он в Одессе. Возил гидромонтаж, ну, Одесса... возил стройдизайн, да, было много они очень клиентов, для себя, Корона. Понимаете? То есть это да, большая да, да, разница, да. Возить для себя и возить для всех, понимаете, то есть это как бы, ну, совсем другие объемы. То есть почему Лайнингс сам живет на том, что он возит? Потому что ты пришел в любую секунду, показал любую шайбочку и тебе отгрузили ее, понимаете? Вот из-за этого люди как бы, ну, как бы продвигаются. Поэтому я думаю, что если оно будет в наличии, пусть даже не во всех городах, а в каком-то одном, ну, чтобы человек мог по новой почте там себе отправить, то это будет двигаться. Вот. И цена, да, ну, да, допустим, да. Кран стоит этот 10 евро, а тот будет стоить 100 евро. Ну, из 20 кранов можно человека убедить, что, чувак, берем вот эти 20 кранов, потому что реально мы про них забудем. А, вот. А если что, если нам там не хватит, там в какой-то момент ты захочешь там на дворе что-то сделать временное на годик, вот тогда мы будем брать дешевые, все. И как это работает нормально. То есть, если, допустим, насос за 10 тысяч вместо 1000 сложно продать, да, то есть это действительно человек должен ценить уже сам изначально, да, то вот с кранами, я думаю, легче гораздо и с трубами, и со всеми фитингами. И ну, разница, вы знаете... Назад это было без проблем. Да. Вадим, вы знаете, разница даже не такая, что 10 евро и 100, а разница там идет в 10 евро и 20 евро, грубо говоря. А это вообще не да, о чем говорить. Есть, да, да, да. То есть единственное, что надо теперь Саше ставим задачу найти кого-то, кто поставит это в Киев. То бишь клиента. Ну, да, просто надо, чтобы кто-то организовал склад и это дело поставлял. И как только наберется вот этот вот, именно, я бы даже не называл бы это премиальным, да, то есть это правильный бизнесовый сегмент. То есть премиальный, это когда мы их сверху золотом покроем, да, тогда мы будем премиальными. Да, 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 да. А я думаю, просто качественный бизнесовый сегмент,
которые как бы, да, вот есть китайский кран за 10, а вот есть европейский, качественный за 20, на тот гарантия 2 года, на этот гарантия 20 лет. Все, и люди будут платить. Да, 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 да. Вы знаете, я приведу пример вот такой вот как раз компании Woolpools. Мы с ними работаем уже 10 лет на рынке, и они вот как раз занимаются прахером, и они его продвигали, то есть они его брали, продвигали, он был всегда на складе. И сейчас он у них всегда есть, то есть люди приходят и говорят, что на складе есть фитинги, запорная арматура, все, а люди знают, то есть они, грубо говоря, приучили людей, что всегда все есть на складе. И работают, да. И продают отлично. Правильно. Поэтому а вот, я например, с вами согласна Аквастар, полностью. Название Аквастар, да, оно немножечко, ну, из-за того, что были или подделки, или что, или просто какие-то неудачные образцы, то, например, мне когда говорят, вот, у нас стоит Аквастар, у меня сразу выстраивается такая логическая цепочка, что, во-первых, непонятно, чей это Аквастар, вот, во-вторых, непонятно, что под ним, да, то есть, если мы берем, ну, практически любого производителя кран даже на ручке, то он через 3 года начинает течь, это, ну, как бы априори резинка там стирается, песочек попадает и так далее. Вот. И я понимаю, что если я ставлю такую голову, пусть даже голова будет работать без вопросов, то рано или поздно у меня бассейн окажется без воды, потому что на канализацию не закроется как бы сток. Понимаете? Вот. И тут очень важно как раз именно нижняя часть этой автоматической штуки. Да, да, вот. Да, да. И как бы я думаю, что именно оттуда и надо это все дело продвигать. То есть, когда ты даешь клапан, когда, который гарантия 15 лет, который переваривает более-менее мелкий песок и так далее, то тогда можно к нему автоматизацию делать, иначе это не работает. Иначе пневматические краны, и вот та вот штука, что нам Серега длинная такая, не помню, как называется. ПСГ-вентиль. Да, да, да. Потому что, ну, это наш конкурент, это не мы. Вы знаете, я вам скажу, что, к сожалению, наше имя подпортили именно на украинском рынке из-за того, что вот компания, не буду называть какая, они устанавливали вот именно, ну, я уже назвала, на самом деле, в презентации, они ставили на крипсол отдельно, и все это текло, все это уходило, и поэтому, вот как бы, может быть, такая негативная ассоциация, но, к сожалению, я не могла их переубедить. Да. У меня их 4 штуки лежит таких синеньких в гараже, в разной разобранности, и проблема не в том, что тек-тек кран под этим, это как раз люди не замечали, проблема в том, что из-за того, что эта штука застревала, она ломала голову саму, понимаете, то есть там сломанные шестеренки, сломанные штифты, сломанные шконки, понимаете, чего вообще в принципе быть не должно. Не должно быть, вот, да, конечно. Из-за этого такой вот негатив, понимаете, и когда мне говорят, вот мы поставим автоматическую промывку, я говорю, у вас будет садовник? Будет. Ну, не ставьте, потому что, ну, реально, как бы, проще садовнику доплатить 10 гривен, чтобы он это промыл, потому что автоматика есть автоматика. А когда я буду уверен в том, что вот четко я поставлю, засыплю стекло, а не песок, стекло уже портить эту штуку не будет, и все. И тогда, как бы, можно уже полагаться на это. Конечно, конечно. Это правда, да. Я бы еще хотел добавить, можно, если про... Вот Вадим правильно сказал, что в Китае качество растет, а мы это видим, замечаем, но мы столкнулись еще с одной проблемой. То есть, когда там, ну, приходили заказчики из контингента построить бассейн эконом-класса, и как-то уже китайские там насосы прижились, потом оказалось, что какое-то прошло время, несколько лет, и качество опять упало у них, так как оно нестабильное, и насосы, сальник потек, подшипник засвистел, и мы вынуждены просто тему закрыть из-за того, что у них вот получается, что не знаю, что там у них творится на производстве, но начнут делать, вроде все хорошо пошло, бах, и приплыли. И не знаешь, когда тебе эту мину замедленного действия подложат. Вот, поэтому тут как бы все хорошо, но это опять время покажет. Как бы все рассудит. И еще, что замечено, вот когда начинал Китай выходить на рынок, они начинались делать массово оборудование, скажем так, эконом-класса, и за счет низкой цены продавать, находить клиентов и так далее. И заработали себе репутацию, что если это китайское, то это очень ненадежное, ломается и так далее. То есть, ну да, надо было, они вышли таким образом. Но вот если мне рассказывал Сергей Рейгер историю, как образовалось такое, скажем, там, продукт, сделанный в Германии, этот слоган, это произошло из-за того, что немцы стали, скажем так, поставлять оборудование в Англию. И англичане,
чтобы, ну, скажем, обезопасить своих производителей, стали писать «сделано в Германии». И то есть, чтобы клиент видел, что это оборудование английское, а это сделано в Германии. Так вот, так как немцы сразу сделали установку именно на качество, но я еще хотел добавить, что Австрия и Германия – это, в принципе, близнецы и братья, они на одном языке разговаривают. И если мы говорим о качестве австрийского оборудования, фактически мы говорим о качестве немецкого оборудования. Так вот, потом, когда английские покупатели стали покупать оборудование, сделанное в Германии, оказалось, что оно не хуже, а в некоторых смыслах и превосходит английское оборудование. И как бы такой слоган, как «сделано в Германии», наоборот, стал рекламой. То есть они вместо того, чтобы написать и чтобы не покупали, сделали так, что все подходят, написано «сделано в Германии». Получается, качество выше, цена ниже, и как бы на этом все строилось, и в результате вот это пошло. И когда, ну, разговаривая с, ну, с серьезным заказчиком, вы говорите, я вам продам оборудование, сделанное в Германии, то вы сразу уже себе облегчаете жизнь в продажах, либо говоря, что я вам продам оборудование, сделанное в Китае. Вы как бы уже слух резанули ему, и поэтому разговаривать дальше уже как бы более будет сложнее. И вы еще должны доказать, что это оборудование проверено, вы 100 раз его поставили, что оно у вас там работало, и вот еще у соседа работает. А когда вы сказали просто там работает у многих наших клиентов, но сделано именно в Германии, то там вопросов нет. Никто вам не задаст и не заставит вас, скажем так, доказывать, что это оборудование надежное, отличное, и по качеству там оно как бы именно то, что нужно этому заказчику. Поэтому тут вы себе как бы не усложняете жизнь, так как вы пытаетесь, ну, условно, сэкономить, опять же, не все хотят, чтобы их деньги сэкономили. Многие, наоборот, скажем, стремятся потратить, ну, надо вложить денежные средства. Что делать с этими дензнаками, если они у вас где-то там не ощущаются в материальном виде? Соответственно, как бы я считаю, что гораздо легче проходит и приятнее продажи, когда вы продаете европейское оборудование, особенно Австрия, Германия. То есть это просто, ну, никаких проблем не составляет общаться и быть уверенным, что после того, как вы все это смонтируете, у вас заказчик станет самым счастливым обладателем бассейна. Так, отлично. Я предлагаю заканчивать, а то мы сейчас рынки обсудили. Да, давайте оставим что-то еще на другие семинары. Вот. Всем огромное спасибо за участие. Будем заканчивать. Анечка, будем спасибо. Кнопочки. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за возможность рассказать о нашей продукции, и жду вас тогда на других семинарах, вебинарах, да, уже более конкретно по темам мы с Александром определимся, с Сергеем, и возьмем нашего техника, уже более конкретно проработаем каждый из продуктов. Может быть, если интересно, вы напишите, какая продукция вас интересует именно в технических деталях, и мы подготовим для вас наш тренинг. Спасибо. Хорошо. Да, Танечка. Все, всем пока. Все, спасибо, счастливо. Таня, Аня, спасибо. Спасибо, Сереж, тебе тоже.